И всем привет, меня зовут Ваня, вы находитесь на канале NMList. Hogwarts Legacy. Hogwarts Наследие, если по-русски. Долго сейчас не мог придумать, что сказать в начале, но игра мне понравилась. Я посмотрел немножко геймплея ее, и она мне прям вот что-то понравилась. Потому что вот это КС, вот этот вот прочий мусор, ну, надоел, честно слово. Hogwarts Legacy, я и превьюшку сделал, ну как-то вот она вот запала. По планам ее пройти, и пройти, может быть, не на 100, но прям существенно, мощно пройти. Сейчас познакомимся с игрой, я ее запускал. Тем временем отсылаю уведомления, и сразу, кстати, всем привет, кто смотрит в записи. Сори, это у меня. Сейчас это сделал. И это сделал. Так, и вот сюда осталось. Это я отсылаю уведомление в... Дискорд наш и в нашу группу ВКонтакте. 30 тысяч битрейт, и сразу покажу настройки, какие я поставил, потому что, может быть, я потом их буду изменять и буду как раз ориентироваться на вот эти настройки. Побегал буквально 5 минут первой миссии. Все ролики я скипал, поэтому я ничего не знаю об игре вообще. То есть я видел геймплей ее. Ну, в планах ее полностью пройти. Сейчас чата, сразу скажу, на стриме не будет, потому что слишком атмосферная игра, слишком крутая. Чат я вижу. Донат и все остальное будет. Сбор и так далее. Что это такое? Ага, все. Все я сделал, все. Поехали. Тянуть не будем. Сейчас создание персонажа тоже долго не будем в нем сидеть. Игра, кстати, была анонсирована, можно это тоже сказать. Анонсирована хз. А, в 2020 году, типа, что выйдет в 2021. В итоге вышла в 2023 на все платформы вообще. Да, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, все. Спасибо, кстати, Games Voice, да, озвучка и... И получается, и текстовый и текстовый перевод, и голосовой перевод, и текстуры еще. Вообще, молодцы ребята от души, но это насобирали люди, сообщество. И получилось так. Все, я сейчас делаю громче звук. Игра завораживает сразу. То есть ты в нее заходишь, реально, то есть интересно так, блядь, становится. Так, кто тут, напишите в чат сразу и лайк, чтобы я понимал, нормально ли все. 30 тысяч битрейта, я думаю, будет прям стабильно работать. Да, все прекрасно. Вебку пока здесь я поставил, потому что слева там будет интерфейс, там нельзя ставить. А вот здесь, где я поставил, примерно можно. Все, поехали. Вот он, первый персонаж, рандомный. Все. Все захватывается, все слышно, все видно, битрейт, все ровненько, все четенько. Да. Новый персонаж. Поехали. И нам приходит... Если там громко, то скажите, я сделаю потише. Персонажа лоха, да нет, это... Давай я прочитаю сначала. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5 курса. Семестр начинается 1 сентября, дефолт. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Понятно. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Леозару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. Ну, то есть,
У нас получается сейчас... Что там? Конец. А, ну все, конец лета сейчас. И вот будет типа с 1 сентября семестра. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Приняли, поняли. И здесь есть заготовленные уже персонажи. Как будто бы громковато, нет? Музычка. Ну да ладно. Я хрен знает, кого брать. Тут разного рода ребята есть. Давай вот такого ебучего, и мы его будем кастомизировать сейчас. Ну, типа, я сильно на этом не буду заострять внимание. Форма лица. Да, Харт угорал жестко. Без очков, без всяких приколов. И без шрамов, наверное, да. Вот такую ебанем. Можно чуть-чуть потише, да. Ёптель, бля. Да, причесок тут до хера угарных. Нет, та прическа была ничего такая, типа, странная. Немножко. Ну, это вообще угар. Хесус. Блять. А где она была-то? Теперь сиди ищи. Лысый, может? Ебать. Как говорится, блядь. Я за этот Хогвартс стою. Я все Хогвартсу. И он мне, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Сука. Бля, ну это что-то прям та дефолтная прическа. Хочется какую-то индивидуальность. Такую хочется подчеркнуть, бля. Это все одинаковые у всех. Честно слово, блядь. Ёпта, блядь. Нет, я вообще молчу. Да, говорит, долго я не буду. Ну, блядь, нефора делал. Делай. Тут жестко можно нефора сделать, да. Вот это ты имеешь в виду? Где? Или этот, где я потерял? Говорю, причесок много, но выбор такой приличный. Достаточно нефорская. Да не, какое афро. А, вот с цветом можно играться. Жесть. Такой цвет, да, такой серьезный, я бы сказал. Белый-синий такой, черный, блядь. Давай так. Без нихуя. Чтобы тебя пиздили цепотил целый день, да? Или что? А, не. Поймешь. Нахуя вот это, да? Как будто если буду сидеть и смотреть на него, да? Похуй, так давай. Хорошо. А,
Да, и мата бы поменьше, поменьше, поменьше. Цвет глаз. Ай-яй-яй, черные глаза. Вспоминаю, умираю. Сколько ж цветов. Тут дикие были синие. Блять. Здесь где-то. Ну, синий нам, наверное, не очень подходит. Такие чуть синий. Синий-зеленый. Ку! Ку он, Коля, бля. Ку-куля. Цвет бровей. Ну, поехали. Не, ну это... Ну, это то же самое, как цвет волос. Давай так. Форма. У нас будет полупокер. Полунефр, полунет. Ассалам алейкум, бля. Или так ебануть. Пойдет. Бороду? Да не, если... Какой? 17 лет, ёпта. Ты чё? Ну, типа, блядь, не помню. Ну, короче, ну, пиздюк прям должен быть. Хотя им на вид 21, может, блядь. Мне не терпится. Было очень интересно. Думаю, ну, это будет один из, да, моих, ну, любимых предметов. Ему 15, тем более, ебать, с бородой, да. Ассаламу алейкум. Ну, мне кажется, кто-нибудь такое сделает, нахуй. Какой-нибудь, не знаю, кто там. Как его зовут-то, блядь? На треке этот был. На треке был. Равшан, да? Вот Равшан пусть сделает. Так, ладно. Если что, сменим. Тяжелая сложность, я посмотрел. Как Харт играл. Ничего сложного, в принципе, там для него не было, серьезно. То есть он прям так нормально херачил. А имя персонажа. Вот это интересно. Потому что никнейм свой делать, ну, это хуйня. Давайте что-нибудь придумаем. Вот я вчера что-то придумал, а потом забыл, нахуй. Не помню. Идеи, идеи. Имя вашего персонажа. Никто так долго, наверное, не выбирал. Только плохие идеи, я понял тебя. Я вспоминаю вот эти английские все фамилии сейчас. Мистер Браун, нахуй, да? Дефолт. Не, Нэткек. Сейчас. Почему у меня в башке Янг Лин, нахуй? Я его даже особо не знаю. Но у меня он засел почему-то. Филипп Моррис. Филипп Моррис, епт. Филипп Моррис, да? Можно по-русски, но по-английски на всякий случай. Ну да, по-русски. Джейсон Стэтхэм бы нахуй. Том Риддл? А, не, это я знаю шутку такую. Знаю прикол. Не, да не Эдвард, тоже Эдвард хуйня, ну не.
Надо. Не знаю, это YouTube. Он такой, сейчас у него с интерфейсом проблема. Сейчас, по идее, можешь. Или нет, хуй знает. Давай имя будет похуй. Лон. Не знаю почему. Лон. Лон Меган. Маган. Магар. А, Лон Магар. Не. Давай я совмещу Филипп Моррис. То есть Моррис и Риддл. Мирл. Лон Мирл, ебать. Хотя для меня это сложное произношение. Как это написать? Так, давай. Или одну. О, одну давай. На рандом собрали имя, заебись, четко. А, по идее, все. Дальше у нас начинается сюжет. Я завалю. Угу. Вот этого я не видел. То есть я начало видел, скипал. А, похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, что было так мало времени на отработку заклинаний. Надеюсь, вы практиковались в тех, что я показал? Да, профессор. Надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то так быстро осваивал чужую палочку. Представляю, на что будете способны, получив свою. Спасибо, да-да, профессор Фиг. В том числе и за то, что согласились позанимать. О, Элиазар! О, салам алейкум. Джордж, рад, что ты нашел нас, хоть я и описал это место весьма туманно. Мне не впервой трансгрессировать непонятно куда. Хотя, признаюсь, сперва у меня вышла небольшая промашка, и я слегка напугал каких-то театралов в Вест-Энде. Давно мы не виделись. Честно сказать, твоя сова меня изрядно... Давай-ка лучше не здесь, Элиазар. Разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир и церемонии распределения. Отличная идея, если только твой протеже не против, что я за вами увижусь. Что вы, ничуть, сэр. После вас. Я уже забыл, кого как зовут. Я не бывал в замке. Приятно будет вновь посетить родные развалины. Джордж Озрик. Я в натуре как будто с другого измерения с персонажа создал. С другого, блядь, века, ебать. Ну, полетела торпеда, да. Так, значит, смотрел на эту картину какой-то другой тип. Я очень давно не смотрел. Ух, как лагаю я. Кодировка перегружена, бля. Ладно, похуй, вебку уберу, и тогда лагов не будет. А не знаю, это надо смотреть? Так, ну в самой игре будет все ровненько. Я уже смотрел. А вот ролики я не смотрел как раз. Я рад, что застал тебя до отбытия в Шотландию. Ты едва успел. То есть я мало чего помню из... Ну и кто же твой спутник? Новое пополнение. Ну, это раньше. Новое? Значит, события происходят раньше, чем Гарри Поттер. Меня зачислили на пятый курс. Как необычно. И впрямь. Никто из преподавателей не помнит, чтобы в Хогвартс поступали так поздно. И я не помню. Ну и поскольку у других пятикурсников была фора в целых 4 года, директор попросил меня до начала занятия немного позаниматься с новичком. Значит, вам очень повезло с наставником. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к лести. Возможно, поэтому он занял такой пост в министерстве. Ты это видел?
Газетная статья «Ранрак» и «Гоблинов». Никто не знает, насколько «Ранрак» опасен на самом деле. А, ну тут я уже немножко знаю. Моё мнение разделяют далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьезная угроза. Причем именно твоя супруга еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Мириам? Как? Она написала мне о нем незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве о его делах. Но прежде чем я смог ответить... Короче, чел что-то мутит тут. Она прислала вот это. Гоблин, блин. И это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Без какой-либо записки. Возможно, ей... Нужно было поскорее это отправить. Чтобы спрятать. Чтобы не попало к Ранраку. Какой-то предмет? Я не смог открыть. Футляр запечатан очень сильным заклятием. А, ну футляр это был. Похоже на гоблинский металл. Этот символ... А что это за свечение? Я ничего не вижу. И я тоже. Марлинова борода. Как вы это... Стойте. Мне... Держите! Серьезная херь. У меня все гладенько, если что. Если там у вас что-то это, сразу пишите. Но! Челоха. Battlefield ебай. Так, штука. Ключ! Ключ. Ага. Ключ все будет. Дайте Дракон руку! За нами. Пиздец. Это реально грубо. Мурашки аж. Вот эту сцену я уже 4 раза видел. Вы в порядке? Тут начинается геймплей. Вы пострадали. Самую малость. Конечно, если такое просто ебнуться, блин. Возьмите. Это рябиновый упасть. Отвар. Вмиг поставит вас на ноги. Пилочка. Поехали. Так, у меня все ровненько. Где отчет, ребята? В чате? Кто? Что произошло? Бедный Джордж, он в голове не укладывается. Что только нашло на эту тварь? Нападать на летящую карету. Ни один дракон не стал бы. Профессор? Сэр, где мы? Не знаю. Но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого коснувшегося в определенное место. Эть, чуть поближе я себе сделал. А, смотрите сюда. Сэр, мне уже лучше. Если хотите Поехали. Смотреться, я с вами. Да, Ой. Пожалуй. Но держитесь рядом. Мы не знаем, кто создал этот портал. И для чего. Вот все начинается. Как раз уже геймплей. Я покажу настроечки быстро. Здесь вот так. DLSS, quality. Этот постоянно херь сбивается. Вот так. Лимит поставил. FOV плюс 10. Не знаю, Коль. Ой, Коля, говорю, я аж много чего не помню. Много чего даже не знаю. Я последний раз очень давно смотрел. Переведи. Тут такие настройки. Решил включить, было выключено по умолчанию. Решил включить хотя бы вот это, на среднее, типа, да? Не знаю, но меня звук вроде мой устраивает. И чувствительности здесь подкидывал. Здесь нас не интересует, здесь ничего не делал. Еще я здесь заметил, как раз для меня, для дурака нахуй, на всякий случай, вот. Синий игрок и компаньоны, красные враги, зеленые, ну понятно, да? Те, кто реально нихуя не видит.
Так, ну, потом, в процессе, игра все-таки только началась, правильно? Сейчас должно быть, ну, типа, ровненько все. FPS, нормально. Как далеко забросил нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чем унесла нас карета? Мы сейчас где-то в Северной Шотландии. Сэр, вон те руины. Может должен быть... ли был портал привести нас туда? Полагаю, да. Да, день оказался полон неожиданностей. Но Мириам явно послала сейчас этот портал Джорджу не просто так. И я уверен, что она, а теперь еще и Джордж, погибли в поисках того, к чему он должен был привести. Если вы точно в порядке и не против немного мне помочь, я хотел бы осмотреть место. Конечно, сэр. Отлично. Попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Смотрите под ноги. Я уже, кстати, выяснил, что Ctrl это вот эта херь. Я удивился, когда первый раз нажал. Думаете, откуда у вашей супруги вообще этот портал? Хороший вопрос. Мириам много лет искала следы давно забытой формы древней магии. Ну, моменту, ВК нахуй закрою. Ага. Поехали. Древней магии? Да, могущественной магии, которая была доступна лишь немногим, но, судя по всему, ее секреты уже утрачены. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мириам раздобыла этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поисков. О, там внизу есть тропа. Сюда! Вот тут я пропустил, про что речь? Про магию, да? Но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии? О, давно Мириам утерянная магия. Мириам хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что ее можно было обернуть во благо. Но магия сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ею владеет. Это что, лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел преградить нам дорогу. Поглядим, насколько вы наловчились. Пам-пам-пам. Много. Вот так, 6,5. Прощаться с палочкой. Сосредоточьтесь на центре. Бля, клава. У меня клава был в этот момент. Мигает, нахуй. Превосходно! Это просто пиздец. Кто бы подумал, столько, ну, там, лет 5 назад, что такая тема будет. Лет 10 вообще нахуй. Что клавиатура будет светиться, когда ты кастуешь заклинание в игре. Ну, камера, ты выбираешь цель, она подсвечивается. Таких сюрпризов я не ожидал. Ну-ка, я сейчас на клаву посмотрю. Красный такой чурк, переливчик. Ага, ну идем, да, давай смотрим. Так, там у нас ничего не делает. G это исцелиться, мы уже помним. О, теперь наверх. Камера явно подсказала, да, ну, куда идти. Ну почему ты бежишь? Мы уже близко, осталось совсем немного. Сейчас там мышка. Мышка, наверное, у меня в своем профиле сидит. Держитесь! Пытаемся. Репаро! Там что-то делает. Ну, пока ничего.
Да, все верно. Ага, репара. Ну тут я очень охерел. Вот, вот все, вот дальше я ничего не видел. Вот сейчас для меня будет все в открытии, прям. Ну, потому что я стестил производительность, ну, надо было зайти в игру. Мы почти пришли! Ну, типа, я не притворяюсь. О, ебать, там, о, чё на пятый курс, блядь, чел, да как будто ты не видел, ёпта, блядь, как будто ты не видел, реально. Первый раз зашел, ебать, да, и все заебись. Ну, конечно, может быть такое. Кто-то реально не заходил сразу об этом, говорит, я не заходил, или я заходил. Кто-то прям клоуничает. Зачем кому-то было строить дом здесь? Полагаю, этот кто-то любил уединение. Портал привел нас сюда неспроста. Давайте осмотримся. Ищите все, что покажется необычным. Необычным? Да тут все необычное, родной. Но визуально сложно пока. На мини-карте показаны вы. Угу. И ваше ближайшее окружение. Значит, желтая метка — это ваша текущая цель. Нажмите и удерживайте V, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Нажмите и удерживайте V. С помощью портала профессора Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, в котором, по нашим расчетам, должен был привести портал. И скрыть. Ага. Так что ли, хэзэ? Профессор, это статуя. Интересно, а это что? Шарик какой-то держит. Как-то зумить можно, может, Коль? Не знаешь? Ну, поближе посмотреть. Тоже что-то нашел. Ну, тут, наверное, пусто будет. Пока тренируешься, типа. Все разъебал, блин, в древнем здании, красавчик. Давай к нему подойдем. Профессор, здесь что-то вроде барельефа. Брильев. Возможно, владелец этого места был известным. Нельзя. Царицам. Понял. Любопытно. Барельеф это, ну, то есть настенные какие-то надписи или рисунки. А нам туда метка стоит. Следующие руины. Ну, он что-то тут смотрит. Может. Окей, это мы посмотрели. Давай вот сюда пройдем. Сюда же тоже можно пройти. Правильно? О, все, нам сюда, родной. Не знаю. Наверное, нет смысла кувшин ломать. Дальность большая. Опять этот зачарованный прозрачный камень. Но что он собой заслоняет? Это что? Профессор Фиг! О. Как странно. Для чего было создавать этот зачарованный камень именно здесь? Такой же рисунок, как на ключе или на этой штуке. Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на футляре с порталом. Мы видим то, что он не видит. Как мне с ней взаимодействовать? Давай. Во имя Мерлина! Годрикова сердца. Где мы? На голове не укладывается. В нычке. Кто храпит? Слышал? Чел спит кто-то там. Родный, ты чё? Здравствуйте. А, гоблин-банкир. Жесть. Чё спим мы? Почему им
именно гоблин-банкир? Почему гоблин? И уже годами. Минуточку. Он тут застрял, короче. Или что? В сейфе, нахуй. Добро пожаловать в банк Гринготс. Вам нужен сейф номер 12. А, может, у них это? Способности? Именно. Типа, они знают, что им надо всем. Ваш ключ? Из футляра. А, да, разумеется. Прошу за мной. А, она оставила ему ячейку и ключ. Держитесь рядом. И зачаровалась древней магией. А он ее тоже понимает. С каким-то посланием внутри, после, не знаю, вас... что. С какой-то инфой или с каким-то тоже предметом. Не высовывайте руки за край тележки, если не хотите их лишиться. Понял. А сколько всего сейфов в Гринготсе? Сотни? Да вы и сами в этом убедитесь по дороге к сейфу номер 12. Сейчас мы прямо под главным залом. А, нихера система. И снизу, и сверху сейф. Колеса. И система стабилизации, чтобы ты частных входов всегда прямо ехал, по сути. Крайне мало. Рельсы клади, как хочешь. Подобную услугу могут себе позволить лишь наиболее состоятельные, или я бы даже сказал, и влиятельные клиенты. Советую задержать дыхание. Что-что? Сейчас тебе душ. Этот водопад смывает любые чары. Дополнительная мера охраны. Похоже, вы уже сталкивались с гибелью варвов раньше. Просто слыхал. А здесь у нас сейф... Энчант на водопаде, короче. Далеко нам еще. Сейф номер 12 был арендован вскоре после основания Гринготса. Более 400 лет назад. Он находится в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее. Сейф номер 12, короче, самый старый, блядь, самый древний был. Ну, там, один из... с основания. Друмис, плей. Привет. Номер сейфа. 12. Исторический день. Проезжайте. Какой злой чувак, да? Все цурицу, ёпт. Серьезная. Профессор, повязка на рукаве этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом? Нет, темнее. Так же светился ошейник на шее дракона. Что-что? Мы просто говорили об этом... Что, диверсия, сука, сейчас... Он отличает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Прикинь, стоишь, блядь, и ждешь. Да. Вот это работа, ну. Или как? Ну там посменно, понятно. Или не? Вот это интересная система. Вот мы на месте. Сейчас нам напихают 100%. Когда этот сейф открывали в последний раз? Дежурные гоблины, приставленные к этому сейфу, сменяют друг друга уже сотни лет. За это время сейф номер 12 не открывали ни разу до сегодняшнего дня. Блять, чую пиздец. Сейф номер 12. Благодарю вас. Ну, важный, важный. Старый, важный. Погнали, погнали, посмотрим, что это. Как думаете, что именно нам нужно здесь искать? Сам не знаю. Сэр, вы не могли порядок бы... Порядок доступа к сейфу номер 12 обязывает меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь. Постойте. Желаю удачи. Профессор?
Да уж, неожиданный поворот. Так хозяин кто? Дайте мужик? Подумать. Здесь наверняка что-то... пожалуй, Ривелио. Ривелио? Именно, проявляющие чары. Самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что от нас сокрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. О, Господи, зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажимайте соответствующую кнопку при появлении подсказки. Я понял. Блин, ну у меня сенс большой, ну ладно, давай. А, надо вместе с этой штукой. А, я зажал, долбоёб. А, донт, понимаю, нох. Ладно, давай ещё раз. Так, давай ещё раз. Ну, ща, мне кажется, я приблатыкаюсь. Фу, на тоненького, мне кажется. Да, Коля, я его зажимал, потом... Ну, все, я понял. Ривелио. Знакомая, да, штука? Ривелио. Вон там. Там что-то есть. Подойдите поближе и попробуйте повторить чары. Так, Г-хилка, Р. Это у нас... Какая-то дверь? Уже что-то. А ну-ка. Здесь снова тот символ. Беленьким теперь. Вы часом не знаете, как ее... Знаю, профессор. Этот символ светится точно так же, как футляр с порталом. То же самое лого. Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Ведите. 100 FPS, кстати. Так, ну поехали. Люмос! Так. Это не простой сейф. Подозреваю, чтобы выбраться отсюда, придется потрудиться. В каком это смысле потрудиться? Вы думаете, это какое-то испытание? Да. Но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгрессировать отсюда не получится. Это как-никак Гринготс. Русско. Так, ну мы куда-то идем. Путь карты нам немножко отмечает. Слышь, кто-то гудит. Ривелио, впереди что-то есть. Что там? Снова это свечение, но теперь на полу. Там кто-то рычал. Я хз, ну, эф. А, далековато стоял. Люмос! Что произошло? Стоило мне только приблизиться к этому свечению, как оно тут же заклубилось вокруг меня. Вы в порядке? Да, сэр, в полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Перед ногами. Статуя? Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Ривелио! Полагаю, ее-то отражение вы и видели. Да, и оно по-прежнему на месте. Вот только смотрят они в разные стороны. Погодите, когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. Хм, может вам применить люмос? Давай, родной. Изи. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Нажмите единичку, чтобы использовать или погасить Люмос. Люмос. Отлично. Гениально. Теперь отражение повернулось ко мне. Оно и в самом деле реагирует на свет. А что он такое пиксельное?
Родной. Чё за хуй? Раскройте секрет статуи. Страшно. Блять, очень мало времени на реакцию дает. Пошел в пизду. Пососи. Бубенца, ебать. Давай, давай. Изи. Красотень какая, да? Не отходите! Люмос. Профессор? Профессор Фиг! Профессор, где вы? Плохо дело. Почему мне горят ноги? Куда же мне идти? Ой, блядь. Люмос! Что происходит? Похоже, эти волшебные огоньки меня куда-то ведут. Сундучки, блядь, со сказками, ёпта. Деньги. Давай еще походим чуть-чуть. Он бесконечный, что ли? Так вот, куда они меня вели. Снова это свечение. Чела спиздили у нас. Блять. Люмос. Активируйте статуи. Каким образом? Съели беднягу. Пиздец, ты очко, я всегда говорил, что статуи живы. А вот где-то было положение. Ривелио, кажется, придется обходиться своими силами. Сундук. Не, подожди. Мы в полной темноте его заберем. Давай, изи. Гномья душа не спит. Люмос. Блять. Я понял. Вот. Нужно сделать так, чтобы эти стат. Похоже, выбора нет. Придется сражаться, чтобы выйти отсюда. Ну поехали. Блять, это гандол. Ай, ты чё, блять? Ну мы сильные прям. Держите Q во время применения протега, чтобы контактировать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Так, еще раз. Удерживайте Q. Ну понятно. То есть не нажимать, а удерживать, чтобы контактировать. Сейчас посмотрим. Сейчас еще раз. А, я понял. Ну, типа контратак. А, контратаковать, да. Я понял, да. Ну, похожие слова уж, извините. И оглушить врагов заклинанием ослабления. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначен золотыми цифрами. Я вас понял. Это, по сути, тренировка. Ну да. Есть такое дело. Блять, их много.
Давай. Не понял. Да я понял, родной. Чел. Опа! Чё-то чуть-чуть понял, блядь, понял? Да, я понял. Да, оно долго не работает. Окей. Ай-яй-яй, блядь. Тренируемся, ёпта. Ну, я вроде чуть-чуть понял. Чуть-чуть понял. Но оно, кстати, так немножко криво работает, но я понял, как оно именно работает, чтобы оно не баговалось. Так, and. Люмос. Ривелио. Люмос. Шифт, чтобы бежать. О, опять большой только. Да, я... Не, ну... Я просто не хочу это объяснять. Первые два раза, ну, не очень работало. А потом нормально стало. Ну, я понял, что именно. Ну, или, может, я что недопонял тогда сразу. Не, ну и сейчас ты уже все уяснил. Опять портал дикий. Протего! Ривелио! О! Блять, чего творится тут? О, голода. Мы еще миллионерами будем. Люди внимательные. Опа! Опа. А ну. Опа. Вон, давай. Похоже на этот. На воспоминание вот эту штуку. Вот вы где. Как вам? А ты где был, блядь, мудак? Что это за место? Я не знаю. Но вот это висело в воздухе над той... чашей. Это не просто чаша. Это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. Да-да. Интересно. Клэш Рояль, привет. Ну чё, надо взглянуть. Делайте, как я. Все готово. Портал спрятан? Очень хорошо спрятан. А что если путем, который мы создали... Будет невозможно пройти. Не пройдут те, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, недостаточно, Персиваль. Мы вверяем тому, кто ступит на этот путь, могущественные тайны. Ради этих знаний многие на все бы пошли. Да. Надеюсь, мы правы, Чарльз. Ведьма или волшебник, которые пройдут эти испытания, докажут, что достойны знаний и ответственности на них возложенных. Мы сделали все, что могли.
Ну, говорю, да мурашек, блять, когда вот началась сцена, я охуеваю, сижу. Ну, очень прикольно. Персиваль так и... Так вот, что вы как видите. Руку. Свечение, которое окружает их. Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Если точнее, следы очень древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена. Но так и не сумела. Мириам, а возможно и Джордж, погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. И похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Анна, только что тут все было совсем иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю. О! Ну, сэр, вам Ран-рок. Сюда нельзя. Сука, я вот заебись, потом прав. Бабки в банк отдавай, нахуй. Ран-рок. Да? Похоже, хуй пойми, кто заходит. Хуй опережает меня. Я уже начал думать, что никто и не посетит хранилище Рекхема. А что ты здесь забыл? Спокойней. Просто отдай мне то, что ты здесь нашел, и мы забудем старые обиды. Сэр, у них был ключ от сейфа. Когда хорошо, подумай, что ты сейчас скажешь. Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ, а у вас его... Ой... Терпеть не могу предателей. Так... О чем мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Может быть, твой юный спутник окажется позговорчивее. Ни в коем случае, родной. Мы сейчас съебем грамотно. Наверное, триггер сработал. На охрану, бля. Гарри Поттера два раза я смел. Давно. Я знаю, как отсюда выбраться. Пошла возня. Тишина. Спокойствие. Вы в порядке? Да, сэр. Какой же могущественный гоблин. Похоже, моя магия на него даже не действовала. Конечно, ты, снайпер, мог что-то тоже подучить такое. Где это мы? Имбовое. Быть не может. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, этот... медальон и создал весь этот путь, хотели, чтобы именно вы оказались здесь. Идемте. Нас вот еще так ждет церемония. Еще и церемония. Еб твою мать, тут такой экшон нахуй. Плавненько так. Хоп, и видео. Как на превью, ёпта. Лол. Вот она откуда. Так, энд.
Вот так, бля. Коль, ты тут? Не лагать, сука. О, славно. Церемонию мы еще не пропустили. Я, конечно, не эксперт, но, кажется, так будет уместнее. А теперь нужно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. Нужно рассказать о Джорже и предупредить о Ранрике. А то, что произошло сегодня, останется тайной. Между вами и мной. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, вы готовы к церемонии? Ага, перегнул я с настройками, бля. А сейчас ничего нельзя даже сделать. Ай, бля. Блэк. Будем сейчас вас знакомить. Йо. С нашим директором. Твою мать, Надь. Сори, я перегнул реально. Все-таки снизошли до нас. Церемония уже завершилась. Возникли затруднения. Затруднения? Ситуация с гоблинами намного... Довольно. Гоблины. Не надо слухов, Фиг. Не испытывайте остатки моего терпения. Прям гандон, да? Если изволите, то пройдите церемонию распределения. Поговорим в другой раз. Да fuck you, блять. Чё нахуй не могу escape нажать? Пропускать не хочу. Ну кто ж знал, что такая пиздец будет? Мы сильные. Профессор Уизли, мы распределили еще не все. Вот она, имба-шляпа. Вы как раз вовремя. Присаживайтесь. О, надо же! Ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Да нахуй мне замок. Мне хочется познакомиться с профессорами и научиться в Хогвартсе абсолютно всему. Хогвартс! Может немало дать усердным ученикам, а знания, полученные в классе, подготовят к трудным задачам и за стенами школы. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе. Я вижу, что, сука, лагает, бля. Некую черту характера. Какую же? Верность? Я считаю себя хорошим другом. И очень ценю это качество в других. Хазы, что тут нажимать? Ты не из тех, кто легко сдается. И трудности тебя не страшат. А твое сердце знает, что такое верность друзьям. Ведь именно поэтому тебе не удалось прибыть сюда вовремя. Возможно, твое место в Пуффендуе. А, вот, Коль. Хайлп. Не знаю я, что выбрать, но, типа, надо вообще выбирать, когда, ну, типа, как сам хочешь, да? Вот. И... Потому что я знаю, я смотрел небольшое видео, там... Типа, разница в квестах, вот именно факультета. По сути. Стоит позиция терпением, преданностью и трудолюбием. А, так.
Студенты Гриффиндора, известные Атага, храбрости и благородства. С творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Хитростью, большими амбициями и жаждой власти, бля. Поху, давай, наверное, вот это выберем. Да и все. Или то, что мне шляпа подсказала. Что шляпа подсказала? Твоя верность друзьям задержала тебя в пути. Пойдет. Сейчас я... Пусть будет. Сейчас будет. Буфендуй. А-а-а, блядь, не лагай, сука. Во, заебись, четко видно, заебись, на. Главное, не лагает еще. Вообще, улет. Сейчас я все пофикшу. Ах, да, и еще. Блять, да ебаный тебя будет. Из-за несчастного случая прошлой весной в этом году все соревнования по квиддичу отменяются. Тихо. Можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя, еще не поздно. Ну да. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. Я сказал, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. Тиран ебаный, блядь. Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я... Профессор Уизли, извольте сопроводить нашего нежданчика в гостиную. Как раз собиралась, сэр. Сейчас я тебе наколдую нежданчик вот, в трусах. Я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя обязанность как заместителя директора проводить вас в гостиную. Нам сюда. Дайте мне изменить настройки, я вас умоляю. Я уберу это говно нахуй, оно, блядь, пиздец. Начинать обучение с пятого курса необычно. Согласен. Будет сложно. Но, думаю, вас это не пугает. Вы правы, профессор. Итак, вот и вход в гостиную Пуффендуя. Значит, это вход. Он самый. Я объясню, что нужно делать, но сама показывать. О, бочки с вином, ебать. Одна ошибка, и меня обольет уксусом. А всё. Это неприятно. Уксус? Ну, какой нахуй? По второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме Пенелопа-Пуффендуй. Очень странно, почему именно реально вот, именно в таких моментах лагает? Что же, блядь, убиться хочется, ёпт. Прекрасно. А теперь идите и выспитесь. Завтра очень важный день. Да, видюха в сотку ебёт. Я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, первая ночь пройдет спокойно. Приятных снов. Угу. Сейчас я все сделаю, ребят. Все будет бом-бом-бом-бом, нахуй. Лагать в жизни не будет, бля. У меня вот гладко идет она. Вот сейчас. Что это видео? Да, давайте еще 5 роликов. Похоже, все уже ушли. Надо поспешить в гостиную. Да, надо поспешить. Все, лимит ВПС 120. Охуенно. Нам хватит. Ривелио. Какие-то... Чашка? О, чайку въебал. Какая игра, ёпта. Первый стрим часа 3 точно будет. Может, 4 даже. Найдите свою гостиную. Да подожди, надо похавать, попить. Правда, вот я хилки все заюзал. Да и хуй с ним. Это не проблема, мне кажется. Ну, я не знаю, прикольно как-то. 4. 1, 2, 3, 4 спальных места, правильно? Ривелио.
О, здорово, пацаны. Как жизнь? Молода. О. О, ля, что-то светится. Я без конца могу говорить, как боюсь этой ядовитой тентакулы. Почему мы должны заниматься ей на уроке? Может, прочли бы в книжке, да и все. Никогда не видела, как растут дьявольские силки в природе. Было бы очень страшно. А, вот это я знаю, но у нас пока нет такого скилла. Говорят, травология — это наука о свойствах волшебных. Как, ну, как знаю. Но я понимаю, что у нас такого нема пока. Ривелио! О, ля, а это чего? Не, ну я буду досконально. Сундучок со сказками, блядь. Только все сожрал. А, пока... Этот нам... Пока нас с сундуками... Блять! Ну это что? Трэш. Не представляю, каково это прийти в новую школу так поздно. Интересно, откуда таких присылают? Не знаю. Обохуй. Бля... Так, и что у нас тут? Так, выпала жар-птица. А, не, ничего не выпало. Привет! Ривелио! Так, ага. Полагаю, нужно представиться. Давай. А, привет! О! Она держится с таким достоинством. Это твоя сова? Нет, я не знаю, чья она. Наверное, кого-то из пуффендуйцев. Обычно совы сами выбирают себе компанию. Постой-ка, ты же новый пятикурсник. Эффектно ты появился, ничего не скажешь. Не думаю, что тебе хотелось привлекать к себе внимание. Ведь теперь всем будет интересно узнать, насколько хороша твоя подготовка. Если честно, я очень волнуюсь. Да не волнуюсь, блядь. Мне нужно многое наверстать. Еще бы. 4 года учебы — это немало. С таким отставанием я бы чувствовала себя попросту ущербной. Если ты обладаешь трудолюбием истинного пуффендуйца, то быстро найдешь со всеми общий язык. Ты, наверное, уже заметил, я тоже очень трудолюбива. Но иногда я думаю, что мое место как? В Коктевране. Как я это мог заметить? Я очень остранный язык. Во всяком случае, мне постоянно об этом говорят. Конечно. Кстати, я Ленора. Ленора Эверли. Что ж, не буду тебя задерживать. У тебя наверняка много дел. Было приятно познакомиться с тобой, Взаимно. Ленора. Взаимно. До встречи. Тоже, ну, это нормально. Ривелио. Так, яблоки, я уже, мне кажется, хватит. О, ля, что такое? Они что, такие ненасытные? Это ж кактус, еб... Бля, красотень, пиздец. Тише, тише. Котик, Артур, котик, тебя снимет. Не бойся. Не могу достать. Кот большеват, кстати. Быстрее, он туда побежал. Что, сейчас вам обоссыт все. Поймают. Кровать, в таком нахуй. Замке и ученик может потеряться насовсем. Не то что кот. Уверен, ты найдешь дорогу. Хотя с непривычки это непросто. Я и сам до сих пор иногда теряюсь. Кстати, добро пожаловать на Пуффендуй. Очень рад, что ты на нашем факультете. Здорово. Меня зовут Артур. Спасибо, приятно познакомиться. Это твой кот? Нет, это кот кого-то из первогодок. У меня, к сожалению, нет питомца. Мама не очень любит домашних животных, особенно волшебных. Это волшебный кот? Очень жаль. По-моему, магические существа просто замечательные. Для меня это лучшее, что есть в Хогвартсе. Будем поддерживать диалог. Лукотрусы. Раньше для меня это были всего лишь картинки в книгах. Хотя папа как-то принес домой карликовую пушишку. Мама была в ярости. Ладно, пойду-ка я узнаю, поймали ли первогодки кота или нет. А то еще опоздаю на уроки в первый же день.
Давай, не будем тебя задерживать. Рад знакомству, Артур. И удачи в поисках кота. Спасибо. Ты тоже смотри, не заблудись в замке. Ага. Постараемся. Ёпти, что ты их боли. Ривелио! Я боялся, что трансфигурация будет слишком сложной, но оказалось, у меня талант к преобразующим заклинаниям. О! Говорит, что это того, специалист! Говорят, что в о! Блядь, это не я! Ёп твою, кто это сделал? Ты что ли, ёпта? Ладно, давай. О, дядя, это совсем на тебя не похоже. Что-то не так. А, приветик. Ты новый пуффендуец, да? Нет. Меня зовут Аделаида, рада встрече. Взаимно. У тебя все в порядке? О, да. Просто немного задумалась. Получила письмо от дяди. Так расскажи. Мне кажется, я прекрасный выбор. Интересно, что... Образ сделал такие ёбнутые. Что, правда, чуть было не сожрал дракон? Ну, типа, секрет, но... Ну, блядь, ну, если это правда. Ну, был бы, блядь, что дракон не выебал. Да, было такое. Необычное начало учебного года. Это кошмар. Что ж, я рада, что ты выжил. Ну, да ладно. У тебя, наверное, куча дел. Приятного тебе первого дня в школе. Пушишки топ, кстати. Аделаидочка. Так, ну, подслушивать нехорошо. Спасибо, Аделаида. Еще увидимся. Да, конечно. И удачи. Удачи. Новичок с Пуффендуя уже проснулся? Нет. Профессор Уизли ждет его возле гостиной. Не, я сплю. Подожди, родной. Второй этаж. О-о-о! Черт! Сука, скрипты ебаные не дают жизни. Или бегать нельзя. Потихонечку. Эй, родной. Жизнь длин? Сучка, блядь, ладно. Лестница, блядь, не даст, блядь, проходу, блядь. Мы в натуре как эти подземные жители, ёпт. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе? Давай. Давно мечтаю об этом дне. Даже не верится, что я и здесь. И всё же вы здесь. Так что вперед! Первый день в Хогвартсе бывает только раз. Ситуация у вас довольно уникальная, ведь вы уже пятикурсник. Придется догонять ваших сверстников в учебе и не лениться. Я понял. Тем более, что в конце года вам придется сдавать экзамены по СОВ. СОВ? Каких еще СОВ? Экзамены по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют сферу вашей дальнейшей работы. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования и магии и придумали нечто очень необычное, что поможет вам справиться с учебой. Держите. Это краткое обучение? Ну, у ТРТХ-а нет, и все заебись. Освещение такое же. Нахуй его кто придумал, блин. Что это? Все это то же самое. Руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что нужно на пятом курсе. Это блин. Крайне полезное пособие, так что реально? Советую им Тэш. Не пренебрегать. Ебать. Спасибо, профессор, но что значит будет следить за моими успехами в учебе? Пиздюлей давайте. Будет разумнее сразу показать будильник вам, как нахуй, это работает. Бошка с книгой стучит. Давайте попробуем его на практике. Погоди, давай. Сюда. Да я понял. В натуре винный паримок, блядь. Или сказки. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут освоить некоторые заклинания и узнать больше о мире. Дизайнеры звука есть. Подвал Пуффендуя. Во времена моей учебы такое руководство пришлось бы очень кстати. Руководство научит вас внимательнее Ривелио. Относиться ко всему вокруг. Не отставайте. Да сейчас ты будешь отставать. Ебанурода. Коля, а ты за кого играл? Или ты уже за двоих прошел, за троих? Ну, именно в плане
просто используйте Ревелио и посмотрим, что там говорится. Страница руководства, Сэм Брать. Вот это я знаю. Дают экспу неплохо. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, еб твою мать, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Ага. Вот только что. То есть, и было бы обучение уже... Ну, то есть, вот эта вся тема была бы уже другая. Когтево, блядь. Выполнение испытаний с руководства — это единственный способ заработать очки опыта XP. Единственный. Окей. Оу, щет. Это ваш уровень волшебства, опыт XP. Как я понимаю, ну, верхняя штучка. Полученный в результате прохождения испытаний повышает ваш уровень и силу. Логично. Отслеживать текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Понял. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли... Вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Бой, задание, исследование, страница руководства. Я по замку до 7 левела бегал. Интересно. Но я не знаю, если мне чип. Ну, может, могу я тоже бегать. Очень долго могу, нет. Как пойдет. Тут ты сам решаешь, что тебе тут делать правильно в игре. Так, соберите страницы руководства в Хогвартсе 2. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний, возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. То есть надо периодически заходить и забирать награду. Как этот. Ежедневный этот. Как колесо в Панзаре или в этом. В Алстарсе, там ежедневные вот эти приколы. Понял. Так, одна из двух. Удобно, да? Ну, так сказать. Чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и его окрестностях. Я приколист, шо пиздец. Для меня это первый опыт таких игр, если я знаю. Хоть и пусть. Ого. Как раз вовремя. Хорошая возможность показать вам, как перемещаться с помощью летучего пламени. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте ее и найдите центральный зал. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Короче, быстрое перемещение между этими точками. Открыть карту. Подавай. О, щет, ебать. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. На две основные области. В левой части карты живут... Здесь расположены гостиная и большой зал. Выберите большой зал, чтобы продолжить. А, зум есть, это уже неплохо. А что у нас вообще есть? А, нам пока ни хера недоступно. Большой зал. Ага, я понял. Вот. Это... Ну, я понял, да. Ага. Выбрали. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в регионе. Точки с летучим зеленого цвета, те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Короче, серенькая... Значит, не обнаруженных точек перемещения. Понял. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Понял. Все, в принципе, понятно.
Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Уж, ебать, можно еще и крутить. Где же она там? Ну ладно. Типа сюда, ну. Тебе, если, кстати, шмотка не понравится, как она выглядит, то сможешь вид поменять внешний. Мы на месте. Как видите, это экономит. А, ну я помню, ты говорил, что ты не одевал их. Теперь ты нашел. А? Вы можете попасть в любое место в замке прямо из центрального зала. О, ёб твою, блядь. Ты с ума сошел, что ли, мужик? Любое место в замке из центрального зала. Я вас понял, женщина. Ривелио. О, ага, чего? Здесь всегда людно. Ага. Это центр нашего замка, прямо как вокзал Кингс Кросс. А я вот не понимаю, где мы сейчас? Не пизди. На этом пока все. Не забудьте, сегодня у вас изучение заклинаний, а также защита от темных искусств. А потом можете отправляться в Хогсмид, чтобы восполнить все запасы, что вы потеряли в пути. Что такое Хогсмид? Профессор, вы говорили о каком-то Хогсмиде. Хогсмид — единственная деревня, в которой живут только волшебники. А еще там очень много лавок и пабов. В Хогсмиде вы сможете найти все, что вам нужно для учебы. Там вы также сможете пропустить по кружке сливочного пива со своими друзьями. Пухать уже. Понял вас, принял. Ну, расскажи, пусть расскажет. Чему нас будут учить на уроках заклинаний? Да практически всему. Заклинаниям, чарам, проклятиям. Очень полезный предмет. Профессор Ронин вам понравится. Он очень находчивый волшебник и талантливый преподаватель. Можете рассказать побольше об уроках защиты от темных искусств? На уроках защиты от темных искусств, как следует из названия, вы будете учиться защищать себя от сил зла, притаившихся в мире. Тот, кто хочет стать мракоборцем, должен в совершенстве освоить защиту от темных искусств. Нашим ученикам очень-очень повезло, что у них есть столь одаренная преподавательница, как наша профессор Гекат. А ты чему учишь? Вот я бы такое спросил, а вы чё, нахуя, шо вы? Спасибо, профессор Уизли. Впереди тяжелый день, и вам много надо выучить. К счастью, преподаватели согласились помочь вам с дополнительными задачами после уроков, так что вы не отстанете. Впрочем, вы так искусно использовали Ривелио, значит, базовые заклинания профессор Фиг вам все же показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал события перед приездом, особенно случившиеся после этого ужасного нападения дракона. Думаю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Да, да, да. А я не помню, а как мы добирались? Как-то... Да. На пути сюда мы сделали небольшой крюк. В итоге оказались в каких-то руинах и... Хотя тут стоит промолчать. Каких еще руинах? Блять! Ну ладно. У профессора Фига должно быть есть причины держать подробности в тайне. Я ей больше ничего не буду говорить. Ну, как на помине. Профессор Фиг, вам случаем не икается? Нет. Ясно. Я смотрю, вы, похоже, довольно неплохо подготовили нашего новичка по основам заклинаний. О, едва ли это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, к нам... Прибыло достойное новое пополнение. Хм. Я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но вы предпочли полететь навстречу дракону. Путь с драконом я самолично не выбирал, знаете ли. Точнее будет сказать, что это он выбрал нас. Ну ладно, поболтали и хватит. Мне уже пора на урок. У меня к вам просьба, профессор. Объясните, как пользоваться картой руководства. Конечно. Конечно. Спасибо. Сейчас мы все сделаем. Сейчас у нас все будет бум-бум. Удачи вам. Пока насыщенный. Не забывайте заглядывать в руководство. Хорошо. Я уже забыл, правда, как. Очень поможет.
я думаю, разберусь. А также поможет мне. У нас есть Николай, специалист. Для отслеживания всех ваших успехов. Хорошо, профессор. После того, как посетите сегодняшние занятия, зайдите ко мне в класс, и я расскажу вам больше о дополнительных задачах. Кроме того, нужно обговорить посещение Хоксмида для покупок. Да-да, делов не в проворот, короче. Люмос! В натуре, пацаны, у вас так темно, пиздец. Ага. Серьезное сооружение. Рад вас видеть, профессор. Специалист, специалист, да. Я надеялся с вами сегодня увидеться, до того, как вы углубитесь в занятия. Извините, но мне показалось, или вы обсуждали с профессором Уизли осмотр руин. Я ничего начал, я отвечаю, я не знал, что жмать, блядь. Она застала меня врасплох, но об остальных подробностях я умолчу. По-моему, она заподозрила, что мы что-то от нее скрыли. Что ж, профессор Уизли очень умный и проницательный. Ой, да ну нахуй, конечно. Но лучше никому не рассказывать о нашем деле. Ведь мы понятия не имеем, куда может завести нас этот путь. Возможно, нам потребуется более гибкое расписание, которое она бы не одобрила. Кроме того, она может поделиться с директором некоторыми сведениями, которые нам лучше держать при себе. Я понимаю, профессор. Хорошо. Что, нас бил дракон, оказались хуй пойми где. Способности, которыми вы обладаете, все равно нужно упорно развивать. К счастью, вас обучают исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники. Дай что бог. Касаемо учителей, знаете ли, не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли. Поэтому я понял, я с ней не буду вам говорить вообще. Чары из карты руководства. Разверните и посмотрите. Давай, родной. Escape. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Ага, давай. Ой-ой-ой. А где мышка? Не понял. Мышка пропала. Бак. Этот значок ладно, подожди. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откройте новую возможность и заработаете опыт. Понял. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня и или иметь использовать необходимые заклинания. Но заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Понял. Или левел, да, или заклинание аниме. Начните отслеживать задание с помощью ПКМ, чтобы продолжить. Подожди, я не хочу. Дай выйти нахуй. Не дают. Ладно. Занятия по заклинаниям, согласны? Мне кажется, темное это более как такая сложная вещь. Мне кажется, сначала надо вот это. А, акцию нам дадут. И здесь дадут нам левиоса. Ну, акция не такой полезный скилл, я бы сказал. Левиоса, наверное, более полезный. Давай лучше левиоса. ПКМ. Карта зачарована так, чтобы помочь найти путь. С ней будет намного легче. Спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Занятия, потом визит в Хоксмит за покупками. Не забудьте купить палочку. Мистер Оливандер вам понравится. Он мастер своего дела и хороший друг. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь еще о нашем загадочном медальоне. А пока сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте. От заклинаний, освоенных вами, могут зависеть не только ваши оценки носов. Понял. А это самое, Коль, по звуку все добренько. Ну, то есть она довольно громкая, чтобы прям погружение такое. Используйте зачарованный компас, нажав В. Ваш зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано со следом. Так оно же уже... А, вон оно шо, я понял. О, страничка.
Блять. Ее только заклинанием, а у нас его нема. Ладно. Как раз таки вот тем, которым от нее, я от него отказался. О! Ух, ёб твою. Вот эта погода изменилась, конечно, серьезно. А! Че? Ривелио. Сука. О, это нам надо. Изображен юный волшебник, сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника. Юный волшебник спас деревню, вызвав патронуса в виде мыши. Серьезный молодой. В замке 142 лестницы, а меня поставили именно сюда. Блять. Эта девчушка теперь стала учителем. И как только ее зубастая герань ее не сожрала. А ну еще расскажи мне. Здесь не лучше, чем быть среди стаи Джарми. Ну а кто стал волшебником? Ривелио. Поведай нам сказки. Не заслуживает оценки выше Т. Эй, серьезная кукла? Че это? Как ее назвать? Объясни ко мне вот что! Сегодня я получила письмо с благодарностью за беседу, которую не вела, и покупку, которую не совершала! Так если что? Я узнаю, что ты снова используешь оборотное зелье, я напишу директору и попрошу его исключить тебя! Я понял, че это. Ну, мир насыщенный, без пизды. Прикольно. Послушали письмо, ёб твою мать. Ривелио. Ну, по замку я согласен. Здесь можно ходить годами, ёб. А ну? Похоже на прикол. Так, давай. Компас, помогай. Поехали. Ривелио. Какой закоулочек, да? Нычка. 100%. Кричалка. Да. Задание начать. Класс защиты от темных искусств. Обнаружена точка с летучим пламенем. Какая приятная встреча, мой юный друг. А еще что-нибудь? Хуль ты палишь, бля? Ладно, все спокойно. Все спокойно. Остолбенеть! Остолбенеть! И это все, что ты можешь? Бомбарда! Левиоса! Профессор Геккат! Будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибридца у меня всего один. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров. Вы, наверное, о ней слышали. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем Восточном Уэльсе. Отвечу. Все дело в знаниях. А, все, да, 8, и начинается пизда. Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса! Удивите своего противника, и он станет уязвим. Попробуйте защититься, мистер Пруэт. Работая невыразимцем, я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны, особенно в бою. Итак, отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. Давай. Ну. О, господи. Секунду. Я быстро вел, я понял. Я пробил, не нажал.
Будем надеяться, что будет хотя бы десяточку тянуть. Раком-каком, но дошли. Левиоса! Реально, а вот как этому научиться? По сути, Левиоса и все. Левиоса! Поехали! Кое-что покрупнее. Опа. Ну да. Откуда палочка, кстати, у меня? Типа базовая? Которая не выебывается. Что ж, начнем с основного заклинания. Странная игра. Без пизды она очень странная. Типа, блядь, сейчас? Видели, как манекен отразил заклинание? А теперь сначала используйте Левиоса, а потом основное заклинание. Помните, удивите своего противника, и он станет уязвим, как только что элегантно продемонстрировал нам мистер Пруэт. Левиоса! Хорошо, а теперь основное заклинание. Прекрасно! Очень хорошо, но лучший способ практики — это дуэли. Начнем с вас двоих. Дуэлянты, на позицию! Сейчас поприветствуем тебя как следует. Запомните, давай. На этой дуэли допускаются только Левиоса, основное заклинание и протего. Начинайте. Прям сейчас? Блять! Это не займет много времени. Левиоса! Неужели это твоя первая дуэль? Скажем так. Вот бы все мои ученики были такими способными. Протего! Остолбени! Это уже интересно. Остолбени! А ты молодец. Отлично подмечено. Спасибо. Левиоса! Люблю оживленные дуэли. Так, хилку не тратим, пускай мы на самом... Недурно для новичка. Ты можешь постоять за себя. Специалист. Сейчас я сделаю. Будет заебись. Но я не ожидал, реально. Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложила. Призовые очки Пуффендую. Спасибо, профессор Геккет. Хорошо, что можно потренироваться. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждут великие свершения. Я требую от своих учеников безупречного знания. Я хотел потренироваться, предмета, отражать. Этого достичь, и Левиоса сразу их натыкивать, понял? Дуэль, ну, то есть в классе это пустяки. Тут своя логика, а вот у меня. А сражение с темным волшебником или еще вероятнее с гоблинами — совсем другое дело. Согласен, тетя. Уверяю вас. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжать тренироваться при любой возможности. Возможно, мистер Селло вам с этим поможет. Сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задачи. Так. Что ж. Графон ни в коем случае не будет снижать. Все свободны. Главное, чтобы плавненько шла и все, остальное похуй. О, хай. Не люблю дуэли. Предпочитаю со всеми дружить. Ну так тебе пиздец, родной. Ривелио! У тебя была дуэль с Себастьяном? Он сильный противник, молодчина. А говорят, 3070 для 2К, ебать. Не, может, у меня что не так, конечно. А, ну еще стрим же, ёпт. Если освоишь нужные заклинания, то не ты будешь бояться темных волшебников, а они тебя. Может, из-за альтаба. Неплохо сработано. Мне понравилось. Отличная вышла дуэль. Они еще долго будут говорить. Да, мы отлично размялись. Размялись? Да я будто против опытного дуэлянта выступал. Кстати, я Себастьян Селлоу. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно взял палочку в руки. Но, может, это не первая твоя дуэль?
Бля, ну я знаю, что это ровный тип. Ну, как дуэль первая. Если честно, то первая. Наверное, у меня просто талант. Можешь увиливать сколько угодно, но я-то знаю, что магия требует таланта и старания. Знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый и неразрешенный дуэльный клуб. Ты отлично туда впишешься. Ну, в блудняк, сука, меня вписываешь. Закрытый неразрешенный клуб? Это по мне. Отлично. Приятно знать, что я в тебе не ошибся. Чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Так, ну пройди пока, родной. Вступить в тайный дуэльный клуб или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватало ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Он достал, блядь, библиотека. Приятно было с тобой поболтать. Уверен, сейчас, что да, мы скоро увидимся. Возможно, в некоем неразрешенном месте. Там и посмотрим, действительно ли ты так искусен, или тебе просто повезло. Найди Люкана Шумсби у входа в часовую башню. Если тебе это интересно. Увидимся. Ну, если я еще раз замечу лаги, я немножко по-другому сделаю. Через панель управления. Да, я прям заебу эту игру. И она будет мне работать как часы, бля. Привет. Не хотела бы я сражаться с профессором Гекат на дуэли. Ой, да ну. И чего? Так, вот, сейчас. Отправляйтесь в класс заклинаний. А, Коль, ты говорил мне Т. О, щит, нихуя. Важные. Основное заклинание. Ревелью. Ну, ревелью давай на... Точнее, вот так. А вот это вот так. На двоечку. Ну, пока у нас оно одно, правильно? Или давай сразу привыкать, допустим. Четверочка. А здесь... Пустота можно заеменить? Пустоту. Как пустоту сделать, блин? Никак, наверное. Ну, скиллов тут нормально. Количество. Желтенькие. Это сильный, наверное. ФЗ. Вон. Пускай. Отправляйтесь в класс заклинаний. Башня защиты от темных искусств. Так. 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 Угу. Давай. Ну, я думаю, мы пешкандрапом дойдем. Девяносто девять. Нагрузка. Нагрузка неравномерная очень. А основное задание получается, да, у нас? Поехали. Продолжаем. Вон, Люмос, я вижу заклинание написано. Обернись! Тут есть свободное место. Спасибо. Привет. Я Натти. Так ты есть новичок? Будьте Натти, ёпта. А с профессором Ронином уже знаком? Ну что, начнем? Давай. Приветствую вас, пятый курс на уроке заклинаний. Предупреждаю, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Проявите старание, рвение и усердие, чтобы хоть что-то запомнить. Хорошо? А теперь откройте учебники на странице 517. Но сперва кто скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания смены цвета и заклинания роста? Ну, никто? Чайник летает. А-а-а, сейчас уже поздновато повторять материал. Что ж, каникулы сделали свое черное дело. Вы что, все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения? Гиги-гага, ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Значит... Будем все вспоминать и учить.
Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Поскольку учебники вы все равно читать не будете, давайте их пошвыряем. Так, используйте манящие чары, забирая книгу друг у друга. Одного учебника на пару хватит, мисс Дейл. А теперь займите свое место. Мало людей как-то, не? Зафиксируйте свою палочку с помощью... Понятно. По старой схеме. Ух, мать. Раком-каком, но опять же. Акцо! Опа! Неплохо! Вы быстро схватываете. У вас есть задатки, но помните, важна именно практика. Продолжайте, и, может, когда-то превзойдете даже Мисоной. Все молодцы, пока хватит. С азами мы разобрались, а погода сегодня чудесная. Предлагаю нам устроить небольшую экскурсию на улицу и хорошенько проветриться. Вся за мной! А, это как раз сейчас будет перформанс-тест, ебать, насколько у меня будет сильно лагать, бля. Ладно. Хотя я просто перезашел, как будто уже по-другому игра идет. Не обязательно... Ну, я понял, да. Ну все равно немножко... Я считаю, что веселье и мастерство друг другу руки трут. Думаю, игроки тоже, кстати, Квиддич меня поймут. Напрягается. Итак... Что тоже лучше продемонстрирует, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра. Верно? Первым пойдет наш новый ученик. Стоит, угорает. Давай. Ага. Как точно дед, блядь? Все просто. Примените акцию к одной из сфер, а затем в последний момент отмените заклинание. Думаете об этом как о плюй камнях. Если так проще, только вместо того, чтобы бросить их, вы их притягиваете к себе. Суть в том, чтобы притянуть сфер, очень славно. Не переживайте. Очень хорошо. Отличная работа. Пойдет. С пивом. Очень хорошо. Призовые очки пуффендую. Но, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Онай, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Поднимайтесь. Вам синие, как и раньше, а мисс Онай сыграет красными. Все ясно? Ясно. Да, сэр. Ну, давай, Кэй, откроем. Ну, понятно, да. Там видно. А если так? По очереди, да? Или ЧД? Вот так-то. Тридцаточка. А мы сейчас ебанем. Акция. Главное не жадничать. Прекрасно! Смотри! It's too easy for me. Сейчас я в еврах. Бля, серьезный соперник, я вам скажу. Вот как надо! А если я ее шар, блядь, скину херам? Давай вот этот. Блядь, он быстро катится, пиздец. Мы так легко не сдаемся. Блять, потная катка без пизды. Акция. Кто тут, батя? Идеальный результат. Поразительно. Я выиграл. Легко.
То быстрыми крутился до этого, а сейчас быстро. Ой, медленно, а сейчас быстро. А? Например. Думаю, разнообразия и так более чем достаточно. Это уж точно. Довольно болтать. Сконцентрируйтесь, это вам сейчас понадобится. Этот раунд решающий. Решающий. Внимание! Вот так-то. Так, давай начнем с центрального. Более легко. Акция. Очень хорошо. Про полтинник дали, да. Смотри. Не, он медленно крутится. А, гэ. Блять, почему так рад, блядь. Я говорю, ну таких игр, бля, мало найдешь. Тут и, блядь, и поиграть можно всякую херату. Акция. Нормально. Вот как надо. Ать, сучка. Ладно, плохо. Сосредоточьтесь. Я мог подождать, но я все равно выиграл. Вы отлично потрудились. Браво! Спасибо. Все свободные, не забывайте свои вещи. Хорошо, хорошо. Отличная игра получилась. Надо признать, я тебя недооценила. Мне потребовалось пара-тройка недель на освоение акцию. После переезда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Честно, ну, почему, да, так? Легче, поверь. Просто не идет нахуй эта торпеда. Приятно это слышать. Хорошо, что ты меня понимаешь. Это еще мягко сказано. Я прекрасно помню, каково мне было в первые дни. Я перевелась сюда из Уагаду перед четвертым курсом. Моей маме предложили здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу. Лайки не поставили бы. И прежде чем успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались. А Уагаду, как и Хогвартс, тоже замок? Адрес школы — Лунные горы. Это не совсем замок. Скорее, красивое сооружение, высеченное в скале. Помню, как впервые увидела его. Был такой густой туман, сквозь него почти ничего нельзя было различить. А потом оно просто возникло передо мной. Это огромное здание школы, казалось, парило в воздухе. Может быть, это странный вопрос, но магия здесь и там одинаковая? По большей части, да. Правда, тут мне пришлось научиться пользоваться палочкой. В Агаду практически никто ими не пользуется. Не, полезный скилл, безусловно, если у тебя палочки нет, да? Ну, должно быть, заклинание, сотворенное без палочки, слабее обычных? Нет, вовсе нет. Волшебник и без палочки владеет столь же мощной магией. У меня творить магию без палочки выходит инстинктивно. Кроме того, это полезный навык, если вдруг ее не будет под рукой. Бесспорно. Но должна признать, что мне все больше нравится пользоваться палочкой. Выглядит намного эффектнее. Здорово узнать побольше про другую школу волшебства. Спасибо, что спросил. Я очень скучаю по Уагаду, но мне нравится и здесь, в Хогвартсе. Ой, кажется, профессор Лунин хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. Откуда вы все знаете? Конечно же, заклинание акцио можно использовать на людях.
А вот эту? На 4. О. Хочешь? Ну, а если точнее, на их одежде, Себастьян. Ты же знаешь, что на людей оно не подействует. Почему ты бежишь, блядь, как угорелый, ёпт? Не задержитесь на минутку. Да, давай, родной. Профессор, вы хотели поговорить со мной? Хотел. Надеюсь, первый урок заклинаний оправдал ваши ожидания? Ну, для меня стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. В предсказуемости же нет очарования. Вы отлично справились. Вам удалось превзойти такую одаренную ученицу, как мисс Оной. Спасибо, профессор. Это как мне фиксно. Понравилась игра. Мисс Оной – жесткий и неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Подожди, а я вот сейчас с чуваками, которые на пятом или на первом, я просто не понимаю. Ну, если это азы, ну, должна быть логика, что мы должны быть на первом. Не, он shift еще быстрее бегает, если я его зажимаю. Так медленно я бегаю. Понял, да? Так, чё сидим, грустим? Когда мой брат выучил манящие чары, мы только и слышали. Акцио то, акцио это. Вокруг вечно вилки, ложки порхали. Знаю, успеваю ворачиваться. Ну, тут надо еще правильно его применить. А то, блядь, перепутал и пиздец, ёпта. Ривелио. Так, и ЧД. Все, я потерялся. Меня игра не ведет. Давай карту. Правильно, нас же учили. Теперь вам доступны побочные задания. Серенькие. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком. И при исследовании мира вокруг они дают дополнительный опыт XP, но вы не будете продвигаться по основной истории. Вот, а там было написано только, блядь, страницы. Доп. Задания тоже XP дают. Как вот, например, вот мне вот этот нравится, да? А вот он как-то... Понял. Все, я понял, Николай. Так, давайте покрутим. Так, как нас учили-то? Во, вот так, да? Левая часть это самое, а здесь это самое. Ага. А, ну тут именно флаги. Триггер на флаг, нет? Например, да? И вот сюда. Переместиться. Попробовать. Ривелио посвящена группа поблизости. Интерактивные элементы, различные контейнеры. Какая приятная Понял. Встреча, мой юный друг. Да-да. Ну, давай по... В данный момент вы ничего не отслеживаете. Ну, давайте начнем отслеживать. Вот это задание. Журнал заданий. Джей. А, ну его можно вот так, хоп. Не нужно в секретном дуэльном клубе. Не, это потом. А давай, знаешь как? Давай сделаем... где наш подвал ебучий? Как мне домой попасть? Мне вот интересно.
Ну как мне правильно сделать-то? Вот это, да, вот по идее? Гостиная Пуффендуя. У-у-у. Поехали. Я там видел страничку. Хотя это было в главном зале вроде. Ну, сейчас. Хочется побегать чуть-чуть. По это самое, да. Ривелио. Ну вот она, гостиная. Вот выход. Правильно я понимаю? Направо, потом налево. Потом наверх. Ёб твою мать. Так, это мы изучали. Это родной имя. Ага, ага. Во. Ить. Ага. Наверх. Отправляйтесь на поиски новых приключений? Не-не. О. Ривелио. На базу. Архитектор Хогвартса. Четырех символов факультетов. Изображу. Понятно. Ну, змея, да, правильно, вот это. Кто тут? Ах. Птичка вон. Это. И вот это. Чудо. Правильно я понимаю? А? Четыре. Чего, блядь? От кальмара выбить, что ли? Или как он? Подбора нахуй. Ск. Открывай, бля. Я все перепробовал. Ривелио. Люмос. Два кубика крутить нужно, а не один. А, я понял, блядь. Угу. Тот, который снизу, что ли, или чё? Снизу я помню. Вон другой вот найди, потом думай. Да нет, я его видел, снизу же, ёпты. Кубик, я думаю, чё за кубик, блядь? На лестнице там. Я-то его нашел. А вот здесь как думать-то? 6-4. Логики нет, какой-то треугольник. Тут символы все собраны, как я понимаю. В какой-то очередности они не повторяются. Подожди, ну здесь один вопрос, правильно? Здесь один вопрос, там два. Что вы затеяли на этот раз? Тихо, мал. Вот он. Где-то, блядь. Не-не-не. Где-то видал, блядь, сейчас. Да ёп. Чё я все ломаю? Не-не-не, значит нету. Ща. Ага, нету. Нету. Вот он, ёпт. То? Здесь должно быть два вопросика тогда. Да. Видишь? Да я знаю, Коль, я понимаю, но мне интересно. Вот это... Давай попробуем здесь символ, который здесь нарисован на этой кастрюле, блядь. Только его, наверное, тут нет. Краб, ебать. Кальмар, давай. Тоже какие-то приколы. Ривелио.
Видишь, там сундучки со сказками. Походу сложно. Не-не-не, пока сложно. Далеко там бежать? Ой, блядь, далеко. Я же могу, по идее... Ну, давай далеко пешком сходим. Чё? Сходим пешком. Посмотрим приколы. Вот чё-то светится здесь. Ревелио! Люмос. Бред какой-то. Буду весьма признателен, если кто-то скажет мне, когда... Няшка Сьюзан. Жаль, ей приходится ходить в этих ношенных мантиях. Она в них... Ладно. Ну, более как-то побольше FPS балансит. Ну, очень игра кушает. Не знаю, как ее Ромчик стримил. Наверное, на низких нах. Здесь училась моя старшая сестра. Она говорила, что вырезала свои инициалы на камине в нашей гостиной. Но, скорее всего, набрала. Блять, а если я человека здесь... Опять ты, ёбнутый. Бля, да чё она такая, млядь? Ёбаный в рот тебя, блядь. Да это я понял. Там огонь лежит. Мне не нравится, что она так лагает, блядь. О. Хотя тоже нагрузка большая сейчас. Дождь убивает, нах. Ну ладно. Давай начнем задание. Так, с ней мы как не... Как насчет комнаты, профессор? Не переговаривай. Я как раз думала о том же, Дик. Если ты поможешь... О, простите, Дейка. А, вот и вы. Да-да. Вот я. Ваши первые уроки прошли хорошо? Да, профессор. Профессора Гекат и Ронин тоже так говорят. Похоже, профессор Фиг чему-то вас научил, пока вы с ним слонялись и осматривали, как вы выразились, какие-то руины. Кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Это так? Давай на профессора. Неужели вы не обсуждали мое обучение с профессором Фигом? Он по-прежнему не желает вдаваться в подробности. Упомянул пару вопросом на вопрос. Ревелио, кажется, а еще Люмос. Именно так, профессор. Понятно. Все равно, что заставить Глизня стихи читать. Обязательно вам нужно восполнить пробелы в знаниях. Для этого я попросила преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить обучение.
Да, профессор Ронин об этом упоминал. Кстати, профессор Ронин ждет снаружи, чтобы дать вам ваше первое задание. А теперь касаемо посещения Хоксмида, о котором я говорила. Мы договорились восполнить утерянное вами по дороге семена, магические рецепты и зелья. Да, Коля, спасибо, я видел. Профессор. А мистер Оливандер подберет вам идеальную палочку. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если использовать собственную. В Хоксмиде есть магазин Оливандера? Есть. Обычно палочки покупаются в косом переулке, но нам повезло, что есть магазин поблизости. Мистер Оливандер – настоящий мастер и невероятно искусный изготовитель палочек. Ни у кого другого я бы палочку не купила. Давай про это спросим еще. Можете рассказать о лавке с зельями, профессор? В лавке зелий Джея Пеппина широкий ассортимент ингредиентов для зелий, а вот рецепты они редко продают. Но профессор Шарп попросил их подобрать несколько особых рецептов для вас. Понял. Мне не терпится попасть в Хоксмид. Хорошо. Отправляйтесь в деревню с кем-нибудь из ваших однокурсников. Они помогут вам. Пригласите Себастьяна Селлу или, может, Натса Иона, и вы неплохо ладите с ними. А? А это с кем я уже переговаривал, да, получается? Да похуй, наверное. Я лучше пойду с Себастьяном. Рада слышать. Мистер Селлоу – способный волшебник и хорошо знает Хоксмид. Он поможет вам избежать встречи с приспешниками Виктора Руквуда. А кто это? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой, особенно его правой рукой, Теофилом Харлоу. Хорошо? Когда выполните задачу профессора Ронина, направляйтесь к дверям замка. Не теряйте время. Закончите работу и сможете насладиться сливочным пивом в трех метлах. Че, далеко там метка? Ага, нет. Говорите с профессором Бруненом, чтобы получить свою первую задачу. Задача – это особый тип заданий, которые дают профессора Хоксфорда. После их выполнения они нас учат использовать новые заклинания, награды за... Значит, первой задачи – репару, который необходим для выполнения других заданий. Пока базу. О! Кот. Мяу. Ну, моменту. Да, игра меня сводит с ума, нахуй, потихоньку. А, вот и вы. О, вот и я, да. Ну, дай бог. Вы собирались показать мне новое заклинание? Безусловно. И это очень полезное заклинание, восстанавливающее чары репару. Сука, к палочке когда? Эти чары чинят вещи. Сломанный предмет станет как новенький в мгновение ока. Похоже, это крайне полезное заклинание. Даже полезнее, чем может показаться. Как уже говорила профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, внеклассные занятия у вас будут не только со мной. Понял. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать. Но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительные задания, чтобы отточить навыки. Я как раз подготовил несколько таких заданий. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите репару, даже не сомневайтесь. Понял. Я сейчас же возьму за задание, профессор. Да-да.
Ну, вроде неплохо уже так. Видюха молит о пощаде. Говорит, ты ёбнутый, блядь. Эй! Это то самое место. Идь! Есть! А? Ёб твою, Коль, чё делать, блядь? Ладно, сейчас сами разберёмся. Ревелио! Добрая душа, выручишь меня? Давай. Ты в порядке? Ты не знаешь, кто я? Зенобия Ноук. Девчонка, которую вся школа ненавидит просто так. Тебя все ненавидят? Почему? Потому что в Хогвартсе полно хулиганов и зануд. Тварь. И самый ужасный из них — какая игра ебаная. Пруэт, тупица бездарный. Я хотела с кем-то подружиться, поэтому принесла свою коллекцию в гостиную. Я имею в виду коллекцию камней. Надеялась, что кто-то захочет поиграть. Ты знаешь про плюй камни? Это маленькие шарики, почти стеклянные. Игра суперская. Но если проиграть, они обрызгают тебя вонючей жидкостью. Страница летает. Мне не нравятся игры, после которых от игроков воняет. Только если проиграешь. Но я не проигрываю. Ну, не особо часто. Люди бывают так жестоки. Их всего лишь обдало вонючей слюной с ног до головы. Сами виноваты, что проиграли. Имельда такая дурилка. Да и Эверит со Сторией тоже дуралеи. И вот эти жалкие неудачники забрали мои камни и спрятали по всей школе в самых высоких местах. Допустим, перегнули палку. Мне кажется, они все-таки переборщили. Это уж точно. Короче, даже не представляю, как мне их вернуть. Я пока не знаю необходимые заклинания. Вот почему нужно, чтобы какой-то самоотверженный и талантливый пятикурсник мне помог. Ой-ой-ой. А ты не знаешь, давай, берем как добраться до места, поехали, где спрятали твои плюй камни? Знала. Только бы, сначала нормальное заклинание заберем. И как этот придурок смог спрятать мои камни так высоко? Разве у тебя нет друзей в школе? Да не особо. Нати со мной поздоровалась, но больше ни слова не сказала. Так, давай. Сделаю все, что смогу. Буду благодарна тебе. Когда найдешь все мои плюй камни, то приходи, поболтаем. Скоро я вернусь к своим играм в камешки и змеиную яму. Так, все, все ради стрима, поэтому 75. DLSS balanced. Средне-средне, низко-высоко. Ну, сейчас чувствуется шуровненько. Ага. Плюй камни. Где же их найду? Ну, я тоже согласен. Так, М, правильно? Нет, там было как-то Т или не Т, блядь. Так, так, прощать. Ага, так, угу. О, вот здесь, да, задание. Да, вот, мы в Хогсмид. Короче, нам нужно репару. Вот как раз мы идем и... F. А, так ёпт, мы тут. Так, чудо хуйня, помогай. Вы уже находитесь, заберите... Чего, блядь?
А, точно. Да, здесь страничка летала, я с ней пиздел. Вот тут я видел, страничка летала. Вон она. Акцо! Отлично. Поехали. Никогда не забуду, что сказал та девчушка. Назад. Какой милый камень. Слова истинной леди. Слова истинной леди, да. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Подумаем. Профессор, задача, которую вы мне дали, готова? Прекрасно. Вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым. Кажется, игра плохо работает с настройками, и надо перезайти. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Ну же, приготовьтесь. Да, сэр. Да, я понял, Коль. Помните, волшебная палочка — проводник вашей магической силы. Так, накинул. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Опа! Готовчик. Так, ну, типа я сделал. Что он делает? Ривелио. Фонтан Виверны. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы чел, там можно хорош. Было спрятать плюй камни Зенобии. Давай. Все, и нам, получается, уже мир открывается. А, рукоятик палочек. Так, ну давай в Хоксмит, потому что, ну, мне кажется, стоит. Все, отслеживаем задание. Где оно на карте? Давай посмотрим. Давай побегаем, посмотрим. Производительность. Хорошо, это он, помогай. Ага, туда. Ну надо же, не думал встретить тебя здесь. Привет, Себастьян. А вот и мой подопечный. Мне сказали, тебе нужно кое-что купить, так что я буду сопровождать тебя в Хоксмит. Это твой первый визит в деревню? Да, мне еще не доводилось покидать замок. Тогда тебе повезло. У тебя будет лучшая компания в моем лице. Хоксмит — дивное местечко. Там есть все, что нужно.
Думаю, у тебя не возникнет проблем с покупками. Ну, идем. Юрли. Не представляю, что сейчас будет. Мне было приятно, что профессор Уизли попросила меня составить тебе компанию. И мне тоже. Кстати, спасибо. Конечно. Ведь пока никому, кроме тебя, не удавалось победить меня на дуэли, думаю, за тобой стоит приглядывать. А у меня Пуффендуй, да? Я до туре забыл, блядь, я не помню. Ну, игра слишком впечатляющая. Кстати, а Уизли, ты у нее, похоже, в любимчики попал. Серьезно? Приятно слышать. Просто не верится, что учитель мне хоть что-то доверил, зная, сколько раз меня оставляли после уроков. И часто тебя оставляют после уроков? Достаточно, чтобы получить разностороннее образование. Похуй. Эта вылазка в Хогсмид наверняка уберегла меня от еще одного. Да ладно, не за что. Как-то раз в библиотеке за мной погналась мадам Пергам. Ну, как обычно. Профессор Уизли пришла мне на выручку и убедила старушку Пергам, что у меня есть очень важное дело. Так за что библиотекарша на тебя так взъелась? Полагаю, мы с ней не сошлись во мнениях. Она полагает, что мне нечего делать в запретной секции, а я склонен с этим не согласиться. Гений, гений. О, один момент. Здесь можно насобирать златоглазок. Милейшие создания. Собираем. Если достаточно долго их настаивать, получится мощный ингредиент для зелий. Ривелио. Трубачи, что ли? Погнали. Погнали, погнали. Какой же нужен реально комп, если... Нарвиного борода, прямо из запретного леса, смотри! Что происходит? Сам погляди. Твою мать, вот это птичка. Зрелище, да? Такое не каждый день увидишь. 2К стримить, прикинь, если у тебя 2К монитор, ты 2К стримишь. Это ж как вообще? Это ж вообще пиздец. Думаете, Поппи уже видела гиппогрифов? Несомненно. Небось, уже и имена им придумали. Конечно. Слева от нас запретный лес. Ученикам запрещено туда ходить. Ха, название оправдано. Именно. Преподаватели считают, что там слишком опасно. А по-моему, им нужно больше верить в наши способности к защите. Ну, потом, а вот потом тебя ищи, блядь, по озерам. Я впереди за теми руинами. Ривелио. Ну, сейчас видюха... Тебе уже удалось исследовать замок? Напрягается, но... Немного. Он без преувеличения огромен. Напрягается. Это верно. Я здесь уже 5 лет, и все еще едва его знаю. Здесь столько всего можно увидеть и открыть. Да? Не поделишься ли с остальными? Как-нибудь, может, и поделюсь. Не могу же я вот так взять и разболтать тебе все свои секреты, правда? Поделись, как стать таким отличным дуэлянтом, как ты. О, живем. О, все на средней, походу, все будет заебись. Лимит. ФПС даже побольше. Все. Все. Заебись. Надо просто найти ту золотую середину, когда у тебя будет видюха типа 80, 90. Хотя, и будет графон. Хотя, я думаю, многие даже не могут их углядеть. Сегодня все выстрелы за БС. А ты их видишь? Ривель! К сожалению, да. Но тебе тоже довелось многое повидать. Например, нападение дракона. Да. Надеюсь, остальной год будет не так насыщен событиями. Ну-ка, блять. Подожди, родной, у меня тут это. О! А вот таких нельзя было. Лунный камень, 5 штук.
А чё нет? Ноль-два. Акцию, может, чтобы не бегать к ним. Это же мистер Мун. Он работает смотрителем в Хогвартсе. Вид у него потрепанный. Акцию — это двоечка у меня, да? Перли Вёлс. Здравствуйте, мистер Мун. Акция. Вы уже познакомились с новичком? Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мистер Сэллоу. Какой себе пиксельный ебальник. Бежать. Сэр, у вас все в порядке? Оно смотрело прямо на меня, а глазище как блюдце. Что смотрело, мистер Мун? Дэми, маска мерзкая, волосатая и жуткая. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам. Давай. Дэми маска? Не знаю, что он доливает себе в тыквенный сок, но он явно хлебнул лишку. Никогда не видел мистера Муна в таком состоянии. Лишку, говорят? Акция! Мистер Мун тот еще персонаж. Моя сестра Анна находит его очаровательным, но, на мой взгляд, как завхозу ему есть куда расти. О, твоя сестра тоже учится в Слизерине? Да, точнее, училась. Тебе все нормально, чел? Сейчас ей не здоровится, но скоро она поправится и вернется в Хогвартс. Альт. Делать что-нибудь, альт. Ничего. Опа. Пам-пам-пам-пам-пам. Просто на 60, видюха на 80. О, сейчас медленная ходьба включилась. Такое ощущение, что это место просто пропитано магией. Не знаю, в магазинах или в людях дело, но Хогсмид, мы все слетаемся сюда, как мотыльки на пламя. Да ничего, ёпт. Не бою, может, спамить заклинание, но в бою есть КН. Итак, что а, будем да, делать? Точно, я помню. Да. Уизли сказала, что у тебя есть список покупок. Палочка и прочее в том же духе. Да, там еще семена бадьяна, магические рецепты и рецепты зелий. Отлично. Не терпится узнать, на что способна твоя новая палочка. А чем короче список покупок, тем больше времени будет пошататься по деревне. Мне нужно заскочить в магазин, купить что-нибудь для сестры. Давай встретимся на площади, когда закончишь. Просто веселись. Это же Хогсмид. Деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые можете найти. Открыть карту. Так, ну, а ее крутить-вертеть нельзя, да? Точки интереса. Можете отслеживать любой из них, выделив. Понял. Понял. Ну, мы сейчас сами пешочком. Ну, вот ближайшая дверь, это что? Замок, уровень. А, восток, запад. Ладно, давай, хорошо. Какие-то свитки, что-то, блядь. Хлеб. И считать кнаты и сикли — это тоже работа. Я всегда утешаю тебя. Понял. Понял.
Салам. Еще одно дарование. Простите, сэр, я от профессора Уизли за магическими рецептами. Вы учитесь у Матильды? Так и знал, что вы скоро ко мне придете. Я владелец лавки Томас Браун. Я так понимаю, что у вас был урок колдовства? Боюсь, еще нет, сэр. Ну, значит, скоро будет. Создание предметов из ничего — это магия в чистейшем ее виде. Конечно, в нем есть свои сложности, но на то вам и нужны будут мои магические рецепты. Прилежно занимайтесь и сможете произвести впечатление даже на профессора Уизли. Да, мистер Браун, вы правы. Я всей душой надеюсь, что все так и будет. Хочу увидеть ваши успехи. С помощью рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы мебели и декора. Пусть вас учит профессор Уизли. А я принесу магические рецепты. Стол для горшков и стенд для зельеварения, да? Думаю, да, сэр. Отлично. Нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные ингредиенты и варить какие угодно зелья, когда заблагорассудится. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас есть. Стол для горшков. Разблокирую способность колдовать стол с горшком. Ну и нахера у меня? Чтобы выращивать всевозможные полезные волшебные растения. Разблокирует способность наколдовать маленький стенд для зельеварения. Идеально подойдет, чтобы... Если вам интересно, то прошу взглянуть на остальные мои товары. Ну, разные тут приколы есть. Прыгливый порошок. Кормушка. Место для нарезки. Понятно. Ривелио. Ривелио. Магазин приколов, нахуй. Скажите. Популярная волшебная выпивка. Как в холодном, так и в горячем виде имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Понял, принял. FPS нормальный, но 99%, который прям низко. Ривелио.
Вау, вот это прикольное место. Здравствуйте. Салам. Ну, нам к нему не надо, но... Давай. Простите, сэр, профессор Уизли сказала, что мне нужно обратиться к вам с семенами. Нам к надо, к нему. Ах, да, бадьян для нового пятикурсника. Значит, это вы, Мерлинова борода, поступить в Хогвартс на пятом курсе. Да у вас, должно быть, голова идет кругом от этого всего. Отнюдь. Я воспринимаю это все как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю. Не всем хватает смелости прямо смотреть на вещи. Кстати, меня зовут Тимоти Чайлок, и это мой магазин «Волшебная брюква». Я всегда оставлю тележку снаружи, люблю поболтать с прохожими. Что толку все время торчать в магазине? Пропустишь самое интересное? Да, наверное. Помимо семян, у меня еще много растений. Сам выращиваю. Специализируюсь на ингредиентах для зелий. Сам Пепин приходит за ними ко мне. Ну, как насчет пакетика с семенами бадьяна? Позвольте угадать, вам нужно что-то новенькое. Бадьян. Хорошенько осмотритесь. Думаю, у меня найдется много интересных ингредиентов. Рябиновый отвар, фокусирующее зелье, невидимость. Я тебя понял. Ой, так, ладно. Вы в лавке зелий Джая Пепина. О. Салам. О! А как инвентарь открыть? Ривелио. Ладно. Прошу прощения, сэр. О, хвала небесам. Когда я услышал звонок, подумал, что это мисс Лаванг, но она вряд ли соизволит сюда зайти. Мне кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, я в Хоксмиде впервые. В самом деле? Что ж, Перри Пепин к вашим услугам. Точно. А мой магазин называется «Зелье Джая Пепина». Зелье от всех недугов. Название указано на вывеске, но дедушка просил, что его нужно говорить полностью. Чем могу вам помочь? Профессор Уизли отправила меня к вам за рецептами. Я новый ученик Хогвартса. Значит, это про вас она писала. Я сразу же отложил все необходимое. В свое время мне постоянно приходилось пополнять запасы. Думаю, вам тоже потребуется. Зелье варенья — это искусство, согласны? Я всегда говорю, что зелье ничуть не хуже, чем палочка. Неужели зелье и правда настолько мощные? Заклинания выглядят эффектнее, но зелья ничуть не уступают им в мощности. Зелья могут исцелять, разрушать, защищать, скоро вы сами это узнаете. Поскольку вы здесь впервые, я должен сказать, что продаю не только рецепты зелий. У меня также есть готовые настои для самых разных целей. А порой я изобретаю новые. Жестко. Заходите время от времени, чтобы ничего не упустить. М? А пока давайте я принесу рецепты, хорошо? Чем я могу вам помочь?
Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившем каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Понял. Это мы, то есть, уже сможем типа делать. И исцеляющее зелье. Если хотите, взгляните на остальные товары. А если некогда, то приходите в любое время. Ну, вот это мы собирали. Зелье невидимости, грибы, епт. А вот зелья сами. А вот рябиновый отвар, это как раз таки хилочка. Так, окей. Вот. Их сок используется в приготовлении сок мурлокового, блядь, мурлокомля. Сок мурлокомля. Какие-то грибы, блядь, тоже. Понял. Ох, ёб твою. Ривелио! Так, я еще немножко не привыкший. Нам сюда. Наверное. Че не? А, не, нам не сюда. Давай поговорим. Здравствуйте. Проходите, проходите. Добро пожаловать в локоны от мадам Снеллинг. Представляться мне, думаю, не надо. Раньше меня называли Снелли. О, Снелли, выучись ты на мракоборца. Я утерла им нос. Пока они корпят над пыльными бумагами, мое дело процветает. Еще как процветает. А касаемо вас и смотря на вас, я понимаю, почему вы пришли ко мне. Будем меняться, согласны? Пожалуй, не стоит. Я не совсем понимаю, о чем вы, но меня все и так устраивает. Всякие любят упиваться химией, чтобы казаться красивее. Но у меня здесь никаких ядов нет. Зачем хлорид кальция или аммиак, когда есть магия? Подумайте, как бы вы хотели выглядеть. Можем вам и прическу сделать. Нахуй я к ней пришел. Что ж, мне уже пора. Спасибо. Ну, мы будем иметь в виду. Ривелио. О, сундучок со сказками, ебать. Так, ай. Ага. Инвентарь. Предметы, заметки, ресурсы вот наши. Понятно. Снаряжение. А ну. Понял. Угу. Здоровье, защита, нападение. Почему бы и нет? Ебать ты этот приколист. Хорошо, понял вас. Как ты говорил, там менять, или я пока не умею, да, этого делать?
Шмотку наведи. А, я понял. Нет, я могу выбрать, как оно будет выглядеть, да? Гениально, еп. Но она на мне надета, да? Все окей. Так, продолжаем двигаться. Оливандера, значит, это. Вот нам сюда. Говорят, что убивают все заклятия и причины. Не, все равно мне производительность не нравится, но... Типа я как-то вот так вот, блядь, бегаю, нахуй дергаюсь, блядь. Хотя ничего, в принципе, для этого не мешает. Ну, у вас там нормально. Мерлинова борода, чтобы я... Ну что такое? Сейчас подойду. А, это вы. Минутку, я сейчас. А, здравствуйте, мне нужна... Новая палочка, да-да. Давно пора. Верно, я... Почему давно пора? Вы ведь тот самый новый пятикурсник? О, да что я спрашиваю? Конечно, это вы. Мое имя Гербальд Оливандер. Ну уж про оливандеров-то вы наверняка слыхали. Наши волшебные палочки лучшие в мире. Очень-очень рад, наконец, с вами познакомиться. А теперь идемте, найдем для вас подходящую палочку. Нет, 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 не ты. О, да, да. Сильная сердцевина. 10,5 дюймов. Ты можешь подойти. Вот, попробуйте эту. Ну же, взмахните. Странно. Еще разок. Взмахните-ка ею как следует. Ух ты. Пиздец. Похоже, это не лучший выбор. Не волнуйтесь, мы что-нибудь вам подберем. Нет, не ты. Так, может быть. Да. Редкая древесина, 13¾ дюйма, сердечное жило дракона. Попробуйте вот эту. Типа больше еще. Ой, батюшки, святые небеса. Что ж, ты возвращаешься на полку. Это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Да. Ну надо же. Где же ты? А, может ты? А, вот ты где. Какая? Тоже зеленая коробочка. Да. Пожалуй, ты подойдешь. Вот, возьмите. А если реально у тебя там 100 этих, 100 попыток, блядь. Красный дуб, сердечный жилый дракон, твердый, 11¼ дюйма. А, ну и типа я могу визуал менять, да? Как любопытно. Весьма любопытно. Нихуя не меняется. Как любопытно. Нихуя не меняется. Весьма любопытно.
Стабильная. Давай по дефолту. Палочка сердцевины и сухожилия дракона самая сильная и быстро обучается. Как любопытно. Весьма любопытно. Дефолт. Все в дефолт. Я не знаю, там кто что где, но... Что скажете? Поразительно. Еще одна палочка обеспечит еще Connect. Одно блестящее волшебное будущее. Ну что, как вам? Хорошо. И как-то иначе. Как будто какой-то всплеск энергии. Поразительно. Похоже, у вас образовалась особенно мощная связь. Правильная палочка будет учиться у вас, а вы у нее. Мне не терпится опробовать ее. Ну так еще бы. Волшебная палочка сердечной жилы дракона способна на невероятную магию. Связь между вами и вашей палочкой будет только укрепляться. Так что не удивляйтесь способности своей палочки угадывать ваши намерения, особенно в трудную минуту. Звучит замечательно, мистер Оливандер. Вы понемногу привыкнете, но обязательно заходите, если вам понадобится любая помощь. Серьезно? Ну, вроде все. Пора отыскать Себастьяна. О! Как-то я познакомился с девушкой, которая жутко напоминала Инфернала. Получше. Да, все, что нужно, у меня есть. Отлично. А ты нашел то, что хотел для сестры? Да. Ну, значит, с делами покончено. Посмотрим, что интересного тут можно найти. Пиздец. Приехал, блядь. Бомбарда! Выманите его подальше от домов! Убегите от деревни! Серьезный молодой человек. Тут, наверное, Кьюба не помогла. Мы его хоть немного ослабляем. Продолжай. Рано или поздно мы его вымотаем. По одному хп, ебай. Серьезно, это. О, блядь. Ой, бля. Ой, бля. Же он Z. А! Ебал как следует. Что это было? Плачу противнику его же монетой. Неплохо. Ну конченый, блядь, урод нах. А-а-а! Да не, это больно, нахуй тебя, дурака. Блять, не попал. Не, так, ну это самое, пизда.
Сдох. Да, все, что нужно, у меня есть. Отлично. А ты нашел то, что хотел для сестры? Да. Ну, значит, с делами покончено. Посмотрим, что интересного тут можно найти. Я нахера Z нажимаю? Не знаю. То было не скиповые мои. Вроде. Мы его хоть немного ослабляем. Продолжай. Рано или поздно мы его вымотаем. Что это было? Плачу противнику его же монетой. А мне не обязательно к ним подходить. Это как... Ай, блядь, прям ебасос нахуй. Чтобы он постоянно в ахуе находился. Ай, блять, куда ты нахуй? Умри ты, скотина, блять. Уволень безмозглый. Он начал слабеть. Еще пару ударов, и он свалится. Где это очко, блять? Тихо. А, да. А, уж... Иди нахуй, ёпты. Фу, блядь, ужас. Пиздец, да? Какой сильный тип. Святые небеса. Второй тролль? Вы двое справились со взрослым троллем? Сами? Вроде того. Если честно, все как в тумане. Марлинова борода, вы в порядке? Да, и мы были рады помочь. Помочь? По-моему, это слабо сказано. Я бы сказала, что такая смелость говорит о задатках мракоборца. Если вы двое невредимы, может, согласитесь помочь мне жесткий немного тип. Прибрать здесь? Что скажете? Конечно, констебль... Сингер. Констебль Сингер. И еще раз спасибо вам. А, здравствуйте. Не уделите минутку. Пойду узнаю, что ему нужно. Репаро. Давай. Оп, собралась. Ривелио. Ой, не то. Репаро. Хорошо, что ущерб небольшой. Хуя себе, чуть не умер. А X это вон древняя магия получается у нас теперь. Ну вот, почти как новая. Ривелио. Да ёпта твою. А, вон страничка, кстати.
Ривелио. Энгист из Вудкрофта. Статуя пуффендуйца, как полагает основатель деревни Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Репаро! Хотя бы этим констеблю Сингер не придется заниматься. Опа! И все как... Все как и было, ёпт. Что там осталось? Вот это, да? Ага. Давай. Мистер Хилл как раз нахваливал тебя. Ривелио. Подожди. О, ага, тебе нельзя. Давай. Здравствуйте, сэр. Кажется, мы не знакомы. Позвольте представиться. Август Хилл, весьма выдающийся портной. Позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость, проявленную в борьбе с троллями, и за оказанную помощь в восстановлении порядка в Хоксмиде. Хорошо, что удалось вам помочь. Честно говоря, вы достойны ордена Мерлина, но я могу предложить вам нечто более практичное. В моем магазине одежды для волшебников «Шапка-невидимка» есть поистине уникальные вещи, обеспечивающие, скажем так, защиту. И однажды это спасет вам жизнь. Боюсь, это будет не последняя опасная встреча в вашей жизни, поэтому я хотел бы подарить вам этот комплект мантий в качестве благодарности. Давай. Спасибо, мистер Хилл. Очень щедро с вашей стороны. Да это пустяки. Подберем вам подходящий размер. Примерите. Хотите осмотреться повнимательнее? Не спешите. Вы не разочаруетесь. Я вам это... А, ну все, походу, объяснилось. А, нет, зависло. Застопилось. Ваш текущий показатель защиты и нападения отображается в правом верхнем углу экрана. Точка для плащей и мантий. И выберите. Ага. Так, давай теперь ему продадим все старое. Но это ничего не стоит. Кажется, я раньше не говорил, но с вами приятно иметь дело. Все продадим. Мне кажется. И чтобы... Ну а зачем оно, правда? Вижу, в моде вы разбираетесь. По-моему, мы заслужили бокал другой сливочного пива. Может, это поможет мне забыть о том, как тролль чуть не стер меня в порошок. Полностью поддерживаю. Прекрасно. Идем в три метлы. Пойдем. Если вам будет нужно что-то еще для великих сражений, обязательно заходите, и мы непременно подберем то, что вам нужно. Угу. Если внутри не совсем уж столпотворение, возможно, тебе удастся познакомиться с Сироной, хозяйкой. Таких людей следует знать. Наверное, да. Все-таки. Страничка летает. Ты говорил, что займешься ребенком, когда они будут в Хоксмиде. Что тебе нужно что-то, что всех отвлечет. Я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, пиздец, справился простой ученик. Что это за ребенок и что ты скрываешь? Учти, что если ты не сможешь справиться даже с ребенком, то ты мне вовсе не нужен.
Идем. Они нас заметили? Кажется, нет. Что за дела могут быть у Гоблина с Виктором Руквудом? Ранрак заодно с Руквудом? Тот он показался мне знакомым. Про него писали в ежедневном пророке. Идем скорее. Зайдем в три метлы. Да-да. Рада была тебя повидать, Лодгак. Сообщу тебе, если что узнаю. Спасибо, Сирона. Береги себя. Так что вам... Оу. Ну надо же, новое лицо. Я тут впервые. Привет. Пиво за мой счет. Слыхала о нападении. Надо узнать, как там остальные торговцы и жители. Рада, что вы не пострадали. Вот кому я этим обязан. Это ж надо в одиночку одолеть тролля. Правда? Впечатляет. Спасибо за пиво. На здоровье. Да уж. Тролли в Хоксмиде. Такого еще не бывало. Согласен. Что-то не так. Если нам и приходится иметь дело с кем-то опасным, так это... Вот они, бля. Стоило помянуть. Это я Лодгаха на входе встретил. Ну и гость у тебя теперь, Сирона. Не волнуйся, Виктор. Как только вы уберетесь, здесь будет исключительно приличная публика. На твоем месте я бы этого не делала. Спокойно. Обойдемся без драмы. Вот кто мне нужен. Не мешай человеку пить сливочное пиво. Я только поговорить. Ты меня, похоже, не расслышал. Да, с главным, я блядь, сказала, бара... Человек занят. Надо спорить. Вам что, драк на сегодня не хватило? Не. Идем, Теофил. Три метлы уже давно не те. В другом месте выпьем. Сливочная нынче приелась. Если у меня Канди Боберт на голове, это не значит. Что женщины или балерины? Вы нажили себе серьезного врага. Будьте осторожны. Руквуд и Харлоу хуже любого тролля. Тролли? Ранрак? А теперь еще и Руквуд? Что ты от меня скрываешь? Честное слово, я все расскажу. Но, пожалуй, лучше не сейчас. Ну да. Что ж, о! Думаю, нам пора обратно в замок. Я тебя видел. Ривелио. А я тебя видел, а я тебя видел. Какая-то... А, ну это типа это. Ага. Хорошо, что там была Сирона. Я же говорил, что она хороший человек. Да, это очевидно. Похоже, Руквуд и Харлоу ее совершенно не испугали. Думаю, тебе лучше рассказать мне, почему Виктор Руквуд так тобой интересуется. Но мы можем поговорить позже, а сейчас нужно возвращаться в замок. Если профессор Уизли еще не знает о нападении троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы меня снова оставили после уроков за возвращение после отбоя. Ну да, ебалово. А на ночь должны вернуться в свою гостиную. Ок. Карта Хогвартса. Нам сюда, да? Да. Я думаю, скоро будем заканчивать. Я буду сейчас сидеть, тыкаться с игрой по закрытой ссылке. Буду прям выдрачивать, чтобы все четко было. Потому что сегодня, конечно, игра крутая, но, блядь, что-то у нее с оптимизацией, с производительностью, не знаю. Вы получили сову.
Давай. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготтсе. Понял. Уровень 4. Задание. Совиная почта. Испытание. Коллекции. Понял. Инвентарь, снаряжение. Уровень. Легендарная накидка. Легендарные перчатки. О! Завершите задачи 2. Ага. Понял. Это мы что сделали? Соберите страницы, да. В Хогвартсе, Хогсмиде, ага. Очки. До перчаток не тянем пока. Все, ага, понял. Давай попробуем что-нибудь приодеть. Что-то там какие-то... Очки, да? А где они? А где они? Если мы их получили, или что? Или их сразу дают, а я типа... I don't понимаю. Ну да. Немножко не это. А, может, внешний вид. Наверное, да. Ну, давай сходим к нему, к Ишкарусу. Опять схватил, опять, сука. Ёбаный рот. Чё ты меня прёт, блядь. Ревелио! Ёп, да блять, я походу всегда её буду ломать, там что стоит. Ёп, нихуя ты гонишь, бля, брат. Я всегда говорил, что будет это... Ну? Башня преподавателей. Да. О! О! Аню? Бом-бом! Так, я, наверное, тогда так нихера не приду. Да, вниз. Может, нам теперь следует вернуться? Опа! Ревелио! А это чё? О! Страничка. На этой карте изображен регион Шотландии, где находятся острова. Родина дракона, короче. О, пятый. Изи. Блять. Спокойно. Ёб твою мать. Только не это. Вот поплавал в унитазе я. Мне разрешила молнию фракция. Пиздец. Жестко.
Погнали. Ривелио. Ну, здесь мы были. Бля, пешком реально, да, долго ходить, конечно. О! А это здесь есть, тетя? Тетя есть? Салам. Ривелио. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на пятый курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение наставник, чтобы помочь ему освоиться в новом месте перед началом учебного года. Прочаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финлс Нейджелс Блэк Директор. Ривелио. Да уж. Ждать. О, салам. Привет по-нашему. О, подожди. О, плюс хил. Ой, блядь. Ёб твою мать. Репаро. Пропало. Ладно. Профессор. Как же славно вас видеть. А уж как я рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще в Хоксмиде. Сэр, тролли были в доспехах. С тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро. С его помощью Ранрок управлял драконом. Но как? И зачем отправлять троллей в... Это из-за меня. Мне удалось нечаянно подслушать разговор Ранрока с Руквудом. Так Ранрок был в Хоксмиде? Да еще с Руквудом. Тролли должны были всех отвлекать, да-да, пока Руквуд разделывается со мной. И он бы разделался, не вмешайся Сирона и посетители трех метел. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины Ранрок и темные волшебники, значит, им нужно содержимое того сейфа. Слово о сейфе. Как вы думаете, может ли Ранрок сотрудничать с гоблинами в Гринготтсе? Не думаю. Конечно, гоблины Гринготтса не самые дружелюбные существа, но они всегда отличались честностью. Нет, осмелюсь даже утверждать, что после случившегося с тем бедолагой-банкиром гоблины Гринготтсса никогда не поддержат Ранрока. Понял. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем. Да, да. Я обнаружил надпись. И когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придумано. Безусловно, это карта Хогвартса. Но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку. А точнее, в запретную секцию. И немного дальше. Я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы что-то увидите. Идем? Ценю ваш энтузиазм. И мне тоже не терпится узнать, что же там может быть. Но после тех событий в Гринготтсе, не говоря уже о том, что случилось с Мириам, одно я знаю точно – наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сперва немного позанимались с профессором Гекот. Но, сэр, что может угрожать мне в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправляемся туда просто за книгой, нужно быть готовыми ко всему. Приходите ко мне, когда отточите мастерство в защитных заклинаниях. Я сообщу профессору Гекот, что вы хотите к ней заглянуть. Задание завершено. Секрет медальона. Угу. Читайте о своих задачах перед профессором Гекот. Ну, я думаю, 3.52 хватит для первого стрима, просто я не хочу вот это ковыряться с настройками на стриме. Хочу все отстроить ровненько, четенько. И второй стрим уже можно мутить. Может быть, даже сегодня, но это вряд ли. Ну, а так, я думаю, на сегодня все. Такое погружение
много информации сегодня на стриме было, большая часть. Поэтому, наверное, да, сохраняемся. Вот так. Да и все. Выйти из игры. Да. Такая вот игра. Интересная, но с нюансами, со своими. Захватывающая. До сих пор. Интересно. Продолжим. Не знаю когда, но поскорее. И мне кажется, как будто сегодня я еще сделаю стрим. Такой перерывчик. С настройкой, с полной, со всеми делами я все сделаю. И как бы, может и не сегодня. Если не сегодня, то уже завтра. Но игра хороша. Да, да и все, да. Коля у нас был сегодня почти весь стрим. Подсказывал немножечко по мелочи, да. Еще пару ребят заходило, но у меня, наверное, уже не осталось. Да? А, не осталось. Зверь, да, вначале был. Clash Royale, канал экспериментаторов. Иду. Друг мисплей, да. Да. Все. Всем пока. До следующей части. А это скоро.